Добрый день. Хотя, например, для меня утро, я вот только встал на самом деле. Ну что ж, сегодня у нас последний 14-й стрим из серии стримов по GTA-RP. Я собирался нахуяриться тупо пивом, но, к сожалению, с утра я чувствовал себя так плохо. Вообще просто отвратительно, я не знаю, что-то я... не в состоянии даже пить, короче говоря, думал, типа, стоит рискнуть или нет. И передумал, короче говоря, пить. Вообще просто, не знаю, ужасно. Что будешь next играть? Ничего, блядь. Реальную жизнь. До свидания, как говорится, отдыхать буду. Дальше, блядь. Зачем мне дальше что-то делать теперь вообще? GTA RP вещь великая. Изобретение. Ой, как я выехал. Лучшее изобретение человечества, пожалуй, что позволяет постримить 14 стримов и больше никогда не стримить вообще. Так. Поехали в федералку. Я слышал, что балдежа назначили там главным. Зомби 666, спасибо за 59 месяцев. Спасибо за РП, очень нравится. Не за что, кушай. Кушай, малютка. Наслаждайся. Но последний раз сегодня. Сегодня последнее блюдо. Блин, вот всю неделю, короче, мечтал о том, что возьму себе, короче, банок бутылок 18 темного крушовица, как в былые времена, когда был задротом линеечки. Я буквально питался этим пивом, потому что оно по акции продавалось постоянно. Ну, то есть оно было и зарубежным, и стоило так, что я мог себе позволить потратить все родительские деньги, пить его. А не какую-нибудь русскую санину. Хотя, когда тогда было еще такое очаково черное, короче, вот. Когда не было денег, я иногда его брал. Но мне тогда нравилось темное пиво, и, в общем, короче, я это крушовец просто херачил декалитрами. Если, ну, я просто не знаю, что такое декалитр. Но я думаю, вы поняли. И, короче говоря, всю неделю я думал, блин, вот круто будет. Я отстримлю 13 стримов, а на 14 просто наберу пиво и буду угашиваться. Но два дня назад у меня жестко заболело поджелудочное. Постоянные мигрени, головные боли. И, в общем, сегодня я пришел к грустному выводу, что пить я просто не в состоянии, потому что мне казалось ночью, что я сдохну. Я раз три просто от спазмов просыпался. Так что решил не рисковать, решил просто добить РП и уже заняться здоровьем. Орангутанж, спасибо за 16 месяцев. Вот. Save Game, спасибо за 50, ребят, но честно признаюсь, вы как бы... Я уже, наверное, последние три стрима говорю о том, что, ну, типа, я не прикалываюсь. Я не прикалываюсь в плане того, что у меня сейчас не будет особой мотивации для стримов и типа того. Так что подписки ваши, скорее всего, в никуда. Принимать на службу. Приятнее. Да, ну начальник у нас очень приятный. Вы как бы его видели, вы его слышали. Ой, в него очень адекватный человек. Посмотреть на... Да, его не слышно, кстати. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы с начальником переговорить, он меня сегодня приглашал, так сказать. Я слышала? Да, меня слышно. Да, его только нет, ждите в холле, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Там есть кофе, да, и все, да, такое. Какого хуя меня сейчас взят от пизды? Слушай. Какого хуя ты со мной так пиздишь, блядь, ты?
А ты кто есть? Послушайте, молодой человек в очках, не могли бы... Денег больше мне не надо. Мне вообще деньги не нужны. Более того, Twitch забирает половину этих денег. Зачем вы кормите Amazon там, или кому он сейчас принадлежит, Google, я уже не знаю даже. Типа... Кофе, где чай? Мне кофе, нет. И побыстрее. Да ничего нету. У вас нет ни чая, ни кофе? Не-а. В столовой только. Ну, может быть, тогда. Да, тут уже служебные. Столовая у нас для этих, для охраны. Для сотрудников. Меховни. Спасибо за 9 месяцев. Но если вы очень хотите... Нету, типа, пить кофе? Похоже, нету. А, не определишься, вы именно в этом холле находитесь. Ну, такое получается, и побыстрее, а то постоянно в холле стоит тоже, как бы, не комильфо. Ждем начальника. У вас полиции. Есть наркозависимость? Нет, у меня нет наркозависимости. Есть медкарта? Медкарта отсутствует. Нет, медкарту можно потом сделать. Что, а это случайно не ваш брат, близнец стоит вон там? Ждем балдежа. А вот и он. Как-то подозрительно похожи друг на друга. Да, приветствую. Лучше переоденься, парни, хорошо, знаете, надо. Думаю, надо. Можете помочь, посмотрите. Кого? Давайте посмотрим. Здравствуйте, господин Диксон. Здравствуйте. Мне так, пришло... пойдемте ко мне в кабинет. Да, пойдемте хорошо. Ко мне в кабинет. Пойдемте. Очень рад вас здесь видеть. Постойте, 75% не откроется за время. Что такое, Сар? Ну, блин, так, братан, 75, но Егор там же хочет, еще налоги. Подойдите сюда. Кто вы такой? Я вас вчера принимал. Ну, представь себе 5 баксов. Из них там мальчик. Полтора съедает Twitch, меня... полтора налоги. Да. Нет, меня сегодня взяли. Кто вас взял? Меня взял. У вас есть полчаса, чтобы поменять прическу, так усы. Вот те 2 доллара уже приходят. Понял. Спросите у вас, попозже. Как... Пойдем, ну, хорошо. Я поэтому вообще не особо любитель. Как ваше настроение, Диксон? Хорошо, отлично проснулся. Вот пришла новость, что вас назначили все-таки. Да. Хочется, так сказать, получить. Понимаете, в ЛСПД меня не уважают. Я до сих пор кадет, и хотелось бы получить. Меня в вашем ЛСД не уважали максимально. Ой, Понимаете, как бы у нас был перебор кадров, а у вас, я смотрю, еще есть места. Я бы на кнопке посидел бы на проходе, если можно. Да вы что? Именно такие люди нам нужны. Отлично. Я вот всю жизнь мечтал кнопку нажимать. Вот на компьютере их много, и я никак не могу разобраться. Одну, я думаю, я справлюсь. Да, там ровно... Нет, там две... Да, одна кнопка. Одна... Желательно. Так, подождите, одна. Я вчера запер женщину здесь в подсобке проверил. Фекалиса, что ли? Так, а куда она сбежала? Я вчера ночью сюда запер женщину. Ну ладно. Повыше, значит, я еще раз сыграл. Судимости у вас, конечно же, нет, да, господин? Нет. Все сняты и давно погашены. Потрясающе. Так, ну что, вот прошу документы, расписывайтесь, блядь. Так, взял документы со стола, прочитал, что там написано, поставил да, подпись. Господин Диксон, я вас давно знаю, поэтому сразу вас назначаю на заместителя. Но можно я все-таки только кнопку пойду понажимаю? Вы будете нажимать кнопку, хорошо. Но вы заместителем будете. Замещение. Это заместителем главного нажимателя кнопки. Вы уже состоите во ВКонтакте. Сейчас, погодите секунду. Давайте. Ты... Так. Бля, меня повысили все-таки. Ладно, похуй. Знаете, меня, оказывается, повысили все-таки до офицера. Ну ладно, я ушел. Все, ушли? Не. Замечательно. Все-таки заместители это лучше, я считаю.
Ой, ай-яй-яй-яй-яй, это что такое? Ну, у нас в тюрьме всегда так. Я понял, да. Заместители приветствуют. А чем заключается арест от задержания, сэр? В общем, короче, я не любитель. Так, за начальник тюрьмы. Все, что вы говорите? Чем отличается арест от задержания? Арест от задержания, да. Ну, задержание, это еще мы не приходим, кстати, ареста, то есть не вынесли приговор человеку. А арест, это уже когда вынесли приговор и назначили меру наказания, сэр. Так вот. Переодевайте, сидите. В общем, покажите, где раздевалочек-то, я не особо же. Очки снимите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Да. Так, Иван, как там дела? Что было? Со скольки вы на смене? Подваливайте к нам, короче, в тюрячку, устраивайтесь там. Если нормальные, адекватные чуваки из старых орг. Что вы говорите, Иван? Я говорю, я в общем, я все никак мысль не могу закончить. Я не особо котирую все эти подписки, просто так, по той смотрите, простой причине, что они по уже давно не являются уймрази и всего остального. Какой-то серьезной статьей дохода. Напрямую куратор и все остальное. Вы подумали насчет зарплаты, которую я вам буду в реальном эквиваленте платить? Я, конечно, понимаю, что это хорошие бабки все равно, но смотрите, вот у меня там 500 сабов осталось, и за каждого я в конечном итоге 2 бакса получаю. Это 1000 долларов. Сколько денег? Это, конечно, огромное. Огромные бабки по уровню жизни, но там, среднему в России, но... Быть такого не может. Один рекламный стрим вы может принести его. Столько же минимум. Нет. К чему это тогда? Все. Скоулевилось. Так, почему бомж под колец? Арестовать в карте его. Арестовать в карте. Вы какого хуя пролезли? А двери не закрыты? И да, что значит, туда можно пролезать? Вот Яша, арестовать и в карцер этого неонового демона. Да, благодарю. Пойдемте. Я лично его навещу там. Сэр, да. А пушки нам дадут? Пушки пошмалять. Конечно. Найс. Да не-не-не, по задержанию нельзя шмалять, иначе минус балл будет, сэр. Минус балл? Только не минус балл, сэр. Ебал. А почему они бездельничают у вас в раздевалке? Я слышу, что они должны сейчас двигаться. Сейчас мы это все решим. Сейчас я всем дубину в жопу засуну. Давайте, переодевайтесь. Мартин. Блядь. Мартин. Мартин. Что? Мартин. Наберем. Да. Диксон. Что ж вы оделись, как перлат? А чё, как? У вас есть какие-то нормативы, типа, заместители как-то другого? Не, ну, плюс туфли эти, как будто у вас сложнее вместо ноги. Ну, у меня она и есть. У меня, типа, клоунская нога, знаете, я раньше так, даже... Так, пойдёмте навести неонового демона, которого в карте посадили. Хорошо, давайте или послушаем. Вы уж сразу кнопку хотите? Не, я пока не хочу кнопку. Но, блин, отдайте мне, какую-нибудь дубинку, да, чтобы я... Сейчас возьмём. Если что, по неоному демону, так сказать, Иван, какого хуя Джонни Ред заходит, блядь, там, где у нас хранится оружие? Блин. Почему ничего не работает? Объясните мне. Я сегодня всех буду трахать. Сэр Чарльз, а что вы взяли вот эти наколенники, чтобы трахать всех, что ли? Конечно. Чарльз, он был в форме. Пусть переодевается, я не вижу его формы. Да. Так. Выдайте, Иван, мне и этому человеку бины. Знаете, что сейчас? Нормально? Одна первая пошла. Не-не, я уже взял, мне ничего не надо, сэр. Вы уже взяли, все. Блять, у меня места нет. Ща, погодите, Диксон, стойте, идите сюда.
Прошу, возьмите, примите цветы. Ой, спасибо огромное. Вы так милы, я даже не знаю, что сказать. По этому. Это очень... Возьмите. Благодарю вас. Поздравляю вас. Спасибо. Так, бунт все не был, ничего такого не происходило. Был бунт, и в данный момент опять происходит бунт, так что... Пойдемте пиздить всех. Конечно. Кто там бунтует, кто бунтует? Да все бунтуют, особенно сейчас. Какая-то дудка. Что там вы здесь бегаете, что в углу стоите? Да. Сюда людей быстро назначите, чтобы, блядь, кто-то стоял. Какую хуй бомжи, блядь, приходят, пусть закрывают двери, что за стоять? Да, да, возьмите. Какую хуй, блядь, ты здесь ходишь, блядь? Возьмите пушки, блядь, расстреливайте их тут. Уёбывай отсюда, нет, блядь. Нет, расстреливать нельзя. Так, вот этот, я почему этот пошел. Человек я здесь не, ходит? Это не выход, это не выход. Сейчас. В изоляторе его. Быстро отсюда. Оно... Не быстро, а быстро в изоляторе. Дверь закрывается. Вам надо я быть не жестче, не Чарльз. Не допущу того, надо... чтобы это было. Вам надо раздать автомат. Автоматы. Нельзя так делать, думаю. Можно, да. Можно. Они железо. Иван, вы ознакомились, при... когда я могу... Смотрите, бомж опять бежит. Бомж бежит. Братишка. Смотрите. Братишка. Как за мной? Я разберусь. Братишка, мы же... Братишка. Ну, он продолжает. Так, нам сегодня еще надо детей. Его идут за нами. Иван, вы узнали, при каких... что должно происходить, чтобы я взял автомат и всех расстрелял? При каких этих движениях я имею право? Мне кажется, при любых. Только при внешних возбудителях. Я возбудился от этого, братишки. Мне, кажется, пора. Почему не работаем? Работаем. Сэр, прямо на... Джокера надо сразу попускать. Он пытается устроить бунт. Пизда ему. Так, это, идите на вход, контролируйте, чтобы никто не входил, блядь. Ну, что за херня? Все двери открыты, блядь. Чуваки, состояние, есть ли какой-нибудь косяк? Косяк долбануть. Нет. Нету. А, ты слышишь, есть аптечка? Да, есть, но надо пойти подкрепиться, Чарльз, или мы сейчас быстро... Так, Иван, всех задержанных быстро в наручники и собрать здесь, в загон, вот в зоопарк, в то место, прямо по периметру зоопарка. Хорошо. Отдайте приказ всем людям, кто есть, пусть стреляют всех, кто бегает, блядь, будет стоять у зоопарка, я приведу ликбез. Так, здесь... Кого? Ликбез. Статс банк пива взял. Не, мне кажется, я еще месяц так, не буду пить пиво. Что-то у меня не то. С желудком. Вы меня слышите? Громче говорите. Кто здесь собирается устраивать бунт? Блин, не слышу. Что? Так, Иван. Накиньте срок за то, что она не дает информацию. Не помню, какая это статья, в Валетере. Неповиновение законного требования. Да. Девушка, ну что же вы, такая красивая, на такой парашной зоне. Развивайтесь. Пипец, у нее трудности, короче, походу. Да. Может ее выпустить в открытый мир, так сказать? Она так, даже говорит с трудом, Чарльз. Ничего ничего ей пить научит. Вчера женщина посидела один час в изоляторе и плакала, что я ее тут выпустил. Это что такое? Почему тут в шлеме? Это Алишер Трахос. Алишер, слышь меня? Алишер. В шлеме. Алишер, ты меня слышишь? Алишер, вы его слышите? В изолятор его поместите. Так, почему никто никого не собирает, я понять могу. Яши. Да. Так. Народ, собирайте всех заключенных, постройте у зоопарка. Вот у этой клетки. Заключенных построить нельзя, мы сегодня их уже попустили неоднократно и посадили в карцер. Да бегают, мне похуй, собирайте всех и строите у зоопарка. Да ну, блять, если они в карцере, можем пойти просто в карцер их хатать. Пойдем в карцер, понимаете? Вам лучше, да, лучше в карцер. Яша, собрать раз, всех у зоопарка, я сказал. Те, кто в карцере, пусть остаются в карцере. Все в наручниках, пусть стоят у зоопарка. Нет, ребят, еще раз извиняюсь, я вас снова наебал, но всех я жить хочу. Не весь состав. Хорошо, не хочу сдохнуть свободны, с бутылкой пива в руках. Надо Добрый день.
Так, а господин, как его там звали? Вчерашний, который на 55 лет здесь присел. 55 лет, что он сделал? Да. Он неадекватен. Да? Прям совсем неадекватен? Ну, мы накинули ему еще 15 лет. Поэтому. То есть у него изначально было 40, когда его поймали? Ну, один год, один час. Что-то. Угу, угу. Вот здесь у нас и запятый. Сорян, пацаны, я бы с удовольствием побухал, но, блядь, я кровью срал всю ночь, поэтому дайте мне перерыв. Так. Иван, почему я никого не вижу в изоляторах? Вы сказали, что вы всех сюда посадили. Это Еша сказал. Сейчас узнаю. Пиздец. Блядь, ну так нельзя как будто. Пустой изолятор, ну что такое? Пустой изолятор, он должен быть забит каждый раз, когда я выхожу на смену. Я разочарован даже несколько. Почему ни одного, даже ни одного вурдалака? Я очень хотя бы неонового демона. Не знаю. Никто, блядь, почему неоновый демон не в изоляторе, Иван, я понять не могу. Сейчас мы это исправим. Да я не бил уже в течение 5 минут, с Ваней на прошлой неделе, но чё-то хз. То ли я что-то жру не то. Несвободные юниты, есть специальный отряд, который этим занимается. Иван, блядь, сейчас они все пойдут искать, никого не будет на вороты. Сначала надо собраться. Ой, блядь. У нас есть специальный отряд, который этим занимается. Вот это и сделать. Неоновый демон где вообще? Его отпустили, что ли? Он уже занимается, люди, смотрите, видите? Я вижу, но неоновый демон где? Так, а есть ли среди заключенных человек в неонках? Он не совсем в неонках, у него были рога, понимаете, как мы его поэтому прозвали. Он весь был в татухах. В татухах. С ног до головы. Одну на это другую. Это не зоопарк. Иван, я вчера про что говорил? Зоопарк это вот эта клетка. Сейчас. Да. Так, берите всех заключенных. Нужно его. Даже не води его. Всех заключенных вон туда за клетку. Зоопарк. Не за клетку, а перед клеткой. О, сэр, резиновая дубинка. Да, так, пошли, хранители приняли. Ладно. Есть 5 минут, иначе я начинаю увольнять спустя эти 5 минут. Главное, тазеры уже все не у вас. Так, сейчас скоро придет самый жесткий человек, господин Чибисов. Сейчас он такую пизды всем ломит. Иван, мне не нравится, как все работают. Мне очень сильно нравится. Если я сейчас увижу, что дверь перед моим кабинетом открыта... Чарльз, вы куда идете? Я кого-нибудь уволю. Принимать самоникель. Я пока с медленной женщиной поговорю. Где она? Вон она, вон она. Так. Мы вот уже гангстер со стажем. Перестаньте прыгать, пожалуйста, мэм. Переспала. Что? Перестали? Это хорошо. Не, это тяжелый случай. Мне кажется, ее реально надо в карцер на пару лет, чтобы она соображала быстрее. Организм ощущается. К зоопарку какому-то. У меня вчера не было на летучке. Где зоопарк, так, слышишь? Зоопарк где? Это... Они не знают. Доня, пойдем со мной. Что значит они не знают? Ну вот они не знают, они меня спрашивают. То есть ты им, видимо, объяснял, но... Организм нормально очищается спустя 30 дней от алкоголя. Голова думает свежо, слишком большой срыв. Да нет, у меня не голова болит, братан. У меня болит поджелудочная. Просто, блядь, с ума меня сводит, я не знаю. Просто, блядь, так хуёво. Ну, креатит ебаный опять, наверное, острый приступ или что-нибудь типа того. Надо, походу, реально полностью на диету из вареного и садиться без соли и всего такого. Очевидно, что если я сегодня пиво выпью, я, блин, в больнице окажусь. Я пытался что-то придумать. Я пошел сомнитель, блядь. Пил какие-то таблы, блядь, но нихуя не вышло. С этой затеей. Я очень сильно недоволен, очень сильно недоволен. Но какой-то пиздец. Тут надо понимать то, что нельзя перегибать дубинку, так сказать, потому что если это начнется, то сотрудники будут убегать, понимаете, с должностей. Иван,
Да. Иван, какого хуя ничего не работает, объясните? Потому что мой первый день, Чарльз. Нет, это не оправдание, это было оправдание предыдущего лидера, у нас такое... Чарльз, хотите, я объясню, блядь, почему... Почему вы, сейчас, секунду, почему вы не переодеты в форму, сэр? В смысле, я в форме, сэр. Клоунский рюкзак снимайте и переодевайтесь, у меня в костюме хуй. Так вот, Чарльз, сколько я не был во всяких ЛСПД, ЛССД и все такое, я заметил, что люди просто поступают и лутают зарплатку, понимаете? Никто не хочет ничего делать. Стоять в раздевалке, ходить туда-сюда, делать вид, что работают, это вот... Вот то, чем занимаются Сэмэн. Люди. Сэмэн, почему не работает? Заключенных обыщите. А мы медсправки делали нашим рабочим. А вы уже договорились? Да, но там, в общем, жопа была, мы часто туда-сюда ездили. Ладно, решим это. Смотрите, бомж прорвался, бомж. Бомжа в изолеток. Ну, а всем похуй ездим, блядь. Всем просто похуй. Дверь открыта, блядь, проходной двор. Бомж бегает за мной, он пытается побычить. Не дай бог еще это открыто. Но он спорит с тем, что он бомж теперь. Шеф, шеф, нам ваши спутницы сказали, что у вас сегодня день рождения. Ваш Джокер теперь стоит, сэр, ваш Джокер теперь стоит за этим самым. За стойкой. Приветствую, сэр. Здравствуйте. Всем привет. А за что ты мне вяжешь, дура? Чарльз, смотрите за стойку, это ваш работник? Бля, можешь что-то... Я устраиваться пришел, ты что, гонишь на мою фамилию посмотреть? Заткнись, блядь, заткнись. Чарльз, что происходит? Так, можете позвать старшего состава? Так, Иван, срочно всех выгнать, прием в тюрьме не производится, вводим код... код... бунт, нахуй. Почему Джокер стоит за стойкой мне, блядь, кто-нибудь объяснит это? Сейчас я его выведу. Не сейчас, а прямо сейчас я его отпизжу, блядь. Ты вообще съеби нахуй отсюда, блядь. Извиняюсь. Да не, классно, классно. Это ваш брат или кто это? Пойдемте, сын. Это, я не знаю, бомж какой-то, сын, снайпер, блядь. Пойдемте, сын. Да, здесь много бомжей, что происходит? Надо порядок наводить. Сэм, пиздец происходит, и мы сюда, поэтому приглашены, пойдемте. Да, я буду вам помогать. Конечно. Так. Я шустрый. Я на инспекторе. Это самый высокий ранг, который только может. Ого. Спасибо. Ну, надеюсь, мне поможете влиться, да? Молчание. Чарльз. Да-да-да, только правила не нарушайте. Чарльз, мне кажется, вы в ответе за то, что происходит здесь, понимаете? Я в ответе, но я жду ровно одного человека, который всех выебет. Так можно на кнопку-то идти, покажете, где она? Может, это поможет? Дональд. Да, иди. Красивый цвет волос. Спасибо, спасибо. Я специально подбирал под самые гнойные, знаете, которые уже нарывать начали, которые я расковырял как следует. Да. Переодевалка, кстати. Раздевалка слева, слева. Сэм слева. Вот там. Вот там. Какая розовая бэх. Пойдем. Прошу, ваша кнопка. А, вот видите? Почему Алекс Перу стоит в наручниках? Добрый день, Амелия. Вот, прошу, Дональд, ваша кнопка. Попробуйте. Так, нажмите, сейчас. Да-да-да-да-да. Это была моя кнопка. Пошла отсюда, теперь моя кнопка, блядь. Ну ладно. Быдло. Нажали? Да, не закрывается, открывается. Нормальная тема. Все, стойте на кнопке. До свидания. Блять, да они сами открываются, закрываются. Я вообще никак не влияю на это, нахуй. О. Так, а ту хуйню как? Или они вместе открываются? Там все понял. В принципе, они, блять, нахуй не нужны. Эти кнопки, ну ладно. Я всегда мечтал в РП чем-то таким заниматься, но было бы, конечно, лучше, если бы у меня было 18 банок пива.
Ты другие ворота открываешь? Они тоже открываются, просто когда чел к ним подбегает. Смотри, вот я нажимаю. Блять, пишет открыт, вообще нихуя не работает. Короче, хуй знает, она не работает. Там написано, ворота будут открыты 30 секунд, но... Может, у них КД есть просто. Но каждый раз, когда к ним кто-то подходит, они и так автоматически открываются. Или я еще более дальние ворота открываю. Бля, бред какой-то. А, ну ща они закрыты, типа. Хотя и звук того, что они открываются. Типа они закрыты и не будут разъезжаться, я так понимаю, когда к ним люди подходят. Блять, эти все равно открываются, я не понимаю. Пизду эту кнопку, короче, слишком тяжело. Нихуя не понятно. Пиздец, какую вообще тюрьму можно запомнить, ебать, она здоровенная. Туплю. Потому что я точно помню, что мы там проходили. Без 18 банок пива не разберешься. Да, в пизду. Я просто почилю тогда. Раз кнопка оказалась слишком сложна. А, во, все. Не, надо комнаты свиданий каких-то. Так, но с другой стороны, я куда-то прошел. Почему он не здесь? Спрашиваю. Можешь не снимать. А кто теперь на кого постоит? Вы нажимали? Сэр, я не могу, блять. Амелия, возьмите кнопку на себя, я не способен. А, хорошо, ладно. Слишком сложно. Сэр, я закончил прием новобранцев. СМН, каких новобранцев? А, к нам на собеседу не приходили. Я давал разрешение, как ты наберешь СМН? Вы вчера говорили, что... Я говорил, что мы проведем набор сегодня. Но это не значит, что вы должны кого-то набрать. Вы набрали долбоебов все. Вы просто что сказать, что если я жестко буду попрошу, то я не могу... Ну, видимо, блять, вы их не на то попрошивали. Это что было, блядь? Это баб, что ли, получается? Это что сейчас? Ай, подожди, начальство, подожди, начальство. Так, почему он тут стоит и базарит по телефону про рыбаков, вместо того, чтобы работать? Это, кстати, я один из... пришел на службу. Чарльз. Где Чарльз? Не знаю. Что с ним стало? Кажется, он... Сэр, я только пришел на службу, так что... Пиздец.
Ну чё, вылетел там или чё? Какой-то хуительный историй просто. Чё происходит-то? Подождите. Ничего, долбоёбов наручники кидаешь, они, так сказать, их снимают, блядь, чудесным образом. Подожди, чё, да. С помощью воу-воу-воу, серьёзно? Ну, типа, ну, блядь, они в наручниках, блядь, пиздят тебя. Так, у меня ещё и дубинка пропала. Ногами, блядь, с кунг-фу. О, Марис. А, ты меня не подведёшь? Ну, конечно. Боже, Женя, тупые-то все. Так. Надо попробовать найти деда, понять, что произошло вообще, почему нас выкинуло в раздевалку внезапно. Чуваки, просто пиздите их, ловите, накидывайте. Что произошло? Нападение произошло. Надо аптечки. Морган, я принес аптечку. Всех, кто сейчас в строю, в изоляторе, в отдельной камере. Реанимирую всех. Всех, кто сейчас. Чарльз, можно вас на одно слово буквально? Да. Ничего не работает, Дональд, никто не хочет. Не хочу ничего говорить, но Джесси Хиллс, который у нас теперь работает, который говорит про рыбалку в раздевалке, это тот самый человек, который вчера рассказывал анекдоты про сталкеров, понимаете? Как... Ой, блядь. Да, ой, да. Блядь. Он ездил на мопеде как бы за нами и рассказывал анекдоты. Как... У костра, так сказать. Ой, который... блядь. Вот его взяли на работу. Сейчас я все буду решать. Спасибо, он не делает, вообще пиздец какой-то. Всех, кто сейчас стоит у зоопарка в отдельной изоляторе, в карцере, у вас есть 5 минут. Так, пошли в кабинет. Их попустили, кстати, потому что заключенные каким-то образом снимают наручники и попускают охранников. Не-не-не, это с заточками. Бомжи просто никто не хочет работать, никто не контролирует. Все бегают и про крутые штанишки, блядь, говорят. А каким образом вообще, так сказать, люди получают заточки? Они их на работе делают. Здесь можно на работу пойти, сделать заточку. Вот, я только что видел, как там два бомжа прибежало. Почему они не всех собрали? Блядь. Бомжи бегают, да, я согласен. Есть такая... Бля, штанишки у вас, конечно... А что произошло? Почему мы вдруг потеряли сознание на несколько секунд? Нас заточками ебанули, Диксон. А, это так происходит. Да. Сэр Кольт, сэр. Да. Можно вас на, так сказать, пару секунд? Говорите. Общение, сэр. Мне не хватает полномочий, сэр, например, тайзера или ключей от некоторых дверей, сэр. А вы кто? Я Адам Сэндлер, сэр, личный помощник Макса Хэлла, сэр. Отличная татуха на руке. Это Санчес мне только что сказал. Ты Санчес? Нет, Адам Сэндлер. Вы Санчес? Нет, я Адам Сэндлер. Мне кажется, это Санчес. Нет, ты не узнаешь его, Диксон? Ну, я служил с Диксоном. Ну, это Санчес, по-моему, или типа того. Да не Санчес я. Бля, просто если это Санчес, ну, у меня потом, после того, как ты ушел с РП, он меня полгода еще доебывал. Нет, нет, я Адам Сэндлер, я как бы с Макс Хэлл. Зачем вы полгода доебывали нас? Да я не Чарльз, да еб вашу мать. Блин, меня так его комедии доебывали. Спасибо, сэр.
Так, Иван, послушайте меня. Меня не было ровно пару часов. То есть ночью я спал, я специально днем зашел на смену. И я наблюдаю сейчас, что творится пиздец. Что-то мне моя рубаха не нравится. Пойду переодену. Бля, дверь не закрылась, нахуй. Что, малютка, заблудился? Да, я вот смотрю, что здесь сделать, это... Ну, когда будет? Там вот, прямо и налево экшен, как бы, понимаешь, типа, в тюрьму, так сказать. Да? Не-не-не, это... Вон туда, и налево, лево там, вот там. Вот. Да, вот туда, вот. За Джонни Редом можешь идти. А? За тобой я сейчас пойду аккуратнее. У вас какой ранг? Третий. Я пойму вас. Третий. А сколько сейчас у нас зарплат? Надо его задирать, он фейковый. Рут, закрой. Мне кажется, что... Здрасте. Сайго. Решил помочь. Так, ну, в черном всех ходят. Мне надо, короче, поменять. Как-то прикид, чтобы быть пооригинальнее. Где вообще знаки отличия мои? Почему их нет? Я так смотрю, не все любят длинные рукава. И вот этот цвет. Пояс с обвесами, очевидно, топ. Зеленых штанов тоже особо никого не видел. Вот эти ботинки тогда. И шляпу возьму. Ну... Теперь я хотя бы выгляжу оригиналом, как самый безвкусный клоун. Так, пойду дубиночку оформлю. Амелия, вы почему не на кнопке? Вы бросили кнопку? Он меня в начальник вызывает. Доня, а подскажи, спецсвязь ты сможешь выдать? Кого? Спецсвязь. Ну, в смысле, как бы берешь, ну, да. Достаешь рацию, выходишь на волну и используешь. А помимо? Что помимо? Ну, спецсвязь есть? Другая спецсвязь. Спецсвязь. Какая волна тогда? Не знаю, я не понимаю вашего сленга молодежного, я слишком старый, вы что, долбануть хотите, так и скажите, у меня нет. Ай, ладно, все. Стим. Где молодые? Ясно, старый, типа. Так, а меня слышно? Проверяю свою. Келвин? Харви тут? Вас не слышно. Да, я пришел счет на дубинку. Пыранули меня за точки, получается. Вот кто малюты. Старше третьего звания? Блин, я, кстати, забыл кнопку. Да. Я. Все, кто старше третьего звания и ничем не заняты, идите во внутренний двор, там псевдобунт. Так, куда идти? Всех во внутренний двор. Во внутренний двор. И что там делать? Всех ведите в карцер. Кто? Так всех карцер. Нельзя никого. Ладно, в пизду эту рацию. Я забыл на какую кнопку, все равно говорить не. Привет, Илья. Здорово. Это Санчес, похож, что он, да.
Ну, он всегда прячется, как бы скрывает свою истинную личину, но, блядь, мы его знаем. Есть душные ребята, как бывает. Здоров. Не, не особо. Даже сейчас сижу, с меня пот просто градом. И живот болит. Надо завязывать, конечно. Не только с бухлом, но и вообще с любой гадостью. Я вообще начинаю думать о том, чтобы начать питаться праной, то есть солнцем. Таким образом, по идее, ну, я смогу больше никогда не болеть. Хорошо. Даже не будет, да? Смотрите, они отпиздили охранник. Так, это что такое? Я тебя сейчас сниму, я тебя сейчас сниму, блядь. Хули вы бунтуете, а ну разошлись, блядь. Быстро. Алло, тупой негр, 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 заткнись. Заткнись, уже. Негр, 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 негр. Так, 297-й. Не двигаться, не двигаться. На месте. Негр, да, запомните. Осуждаю, осуждаю. Настройки 297. Негр, все фашисты, негр, все фашисты. Так, сейчас я админу напишу. Он и так исчез уже из нашего мира. Не несу ответственности за всех этих клоунов, к сожалению. Говорят, что сука, хотят... Сука, блять! Я тебе говорю, блять, надо на меня нападать. Все, Дон, все, успокойся. Все. Еще один идет. Что делаете вообще? Стоять, не сэр, двигаться. Остановить. Стоять, не двигаться. Остановить. Руки в гору поднял. Давление бунт. Руки в гору поднял. Руку поднимите в течение 30 секунд. Раз, два, три. Стоять на месте стоять. Опять это ебаные заточки ударили. А, блин, каждый раз переодеваться, блядь. Вас тоже пропустили? Всех попустили? А что делать? Никто нормально не работает. Надо их, блядь, расстреливать тупо и все. Ну, слушайте, может, вы же высокого ранга, да? Ну, кто во дворе просто берете и хуярите, я не знаю. Вы просто много переживаете, как бы, и мало делаете. А вот ты Симен пришел, он тебя бы принят. Ляка. Приема нет, ляка. Пожалуйста. Телочку, телочку. Киса это примите. Кого примите? От киса. Он же... От киса это примите. А это не до тебя пришел? Не, без этого самого, без... Без бронежилета тяжковато, конечно, тяжковато. Нет, это неправильный промокод, кстати. Используйте промокод МЭТ, малютки. МЭТ. Нет. МЭД. МЭАД. По-английски. Используй. Прошу прощения. Вест это помойный промокод. Меня попустили. Пошли, пошли. Сейчас бы... Меня проткнули опять очередной заточкой. Я не могу так. Сейчас это все будем решать. Я только прихожу во двор, и меня, блядь, протыкают тут же. Подбегает бомж, кричит слова на букву Н и П и протыкает меня. Ну что это такое?
Вы обещали, что будет весело, сэр! Это не весело! Будет, будет. Вы понимаете, сейчас я все скажу, я все близко скажу. Я думаю, да холл, почему Сайга еще не в моем кабинете? Сайга на связи, прием. Вызывал его. Там от Kiss Eye пришел, говорят, что вы обещали его взять. Сэр, это не тот. Кого я не обещал? Да. Что, приходите сюда. Это та дверь. Да мне пуха, она сюда. Работает хуево. Пойдемте. Я только что рассказывал все людям, юниты, что все то. Сэр, что вам нет. Точно туда? Приходите, мой кабинет. Хорошо, хорошо. Смотрите, вы видите все эти медали? Ой, все эти награды. Вот он. За 25 лет почты Лос-Антос. Награды у меня даже нет. Почетный посетитель гей-бара Калифорния. Да, да, да. Вот это. Чемпионат вот по это фистингу среди извращенцев. Именно так. Фистинг. Вот это, главный, за месяц трезвости. Главный козлоёб Алабамы. Да. Mm. Это все мои награды. Понимаю. И я буду вынужден покинуть этот кабинет, если этот парад ебанатства продолжит. Господа, я вам говорю еще раз это. А теперь мы идем в мой новый кабинет, в столовую, потому что... Может быть, ребята, знаете, погодите, у меня есть идея. Просто одна хорошая, неплохая идея. Да, Удакс. Я считаю, что вся проблема в том, что мы слишком напряжены. Нам нужно немного гач, понимаете? Without further interruption, let's celebrate and suck some dick. Дексон. Ладно, пойдемте. Дексон, за этими стенами гребаные рабы. Нет. И их надо наказывать. Мой новый кабинет. Что, как обстоят дела там во внешнем дворе, господин? Очень плохо. Все сложно. Очень плохо. Какого хуя? Сэр, вы понимаете, мы делаем все возможное, делайте, но проходит... Делайте. Сайга в мой новый кабинет, в столовую, там мой новый кабинет. Сайга туда. Вы переехали в столовую? Говорят, Гарри Жопера поймали, он выдавал себя. За Гарри Жопера? Да. Я не пойду в эту дверь, она мне не нравится. Я там приду. Скажите Гарри Жоперу, если он прикатит апельсин сюда к тюрьме и загонит его во внешний двор, то мы его возьмем. Хорошо. Дональд, пойдемте в столовую. Вы уверены? Да. Пойдемте через эту дверь. Ну, что, мы идем в ваш новый кабинет? Можем. Да, пойдемте. Как туда пройти? Можно вот туда пройти, здесь. Я требую в мой новый кабинет гигантский апельсин, чтобы туда его пригнал. Ты хочешь, чтобы тебе пригнали гигантский апельсин в твой кабинет? Этого не получится сделать сейчас, я не хочу разбивать твою мечту. Почему? Вот, можно закатить в ворота здесь гигантский да, апельсин. Да, но ты понимаешь, тебе надо самому катить апельсин себе в кабинет. Ты пусть кто-то прикатит. Нет, так не получится, тебе надо самому, пойми меня, наконец. Иван, назначьте человека, который сейчас поедет на апельсин и прикатит. Чарльз, у каждого свой апельсин, понимаете, как бы. Да? Да. Никто не будет. Блять. Только вы можете прикатить свой апельсин. Я этим займусь сегодня. Удивительно, что даже Дональд знает. Потому что я пытался убить апельсином своих грабителей, понимаете. Вот столовая, можете перекусить. Какого хуя здесь ебучий Джокер, блять? Он кривляется, показывает, что бренчит на хуе. Хватит кривляться. Видите, Джокеры. Сейчас он вас за точки ебанет, сэр. Осторожно. Хочу поесть. Гребаный раб. Я поел. Я поднимите. Так. Алло. Итак, именем Абдулова я приговариваю тебя к смерти, масленок ссаный, блядь. Приговор привести в исполнение, блядь, в скором времени. Мам, я на работе. Они Кристиан Сапфир. Ну а какого хуя ты вчера в скульт они, блядь? Бздыш, Мажестанкевич.
Отпиздите с жуйки. Это король. А хотя не, пусть лежит, блядь, здесь. Пусть лежит и страдает. Дальше. Пойдёте в столовую. Фух. Не бейте, лучше боссыть. Спасибо. Почему Сайга еще не моем пьянце? Вызовите его сюда немного. Просто новый кабинет начальства. Я назначаю Сайга одним из начальников отделов. Так, какие у нас есть отделы? Чем они занимаются? Я так понимаю, нужно... Он будет начальником отряда быстрого реагирования. Но проблема в том, что он не хотел ничего делать, Чарльз. Быстрое реагирование, еще какие есть отряды? Ну, и сейчас я зачитаю. Там отдел кадров еще вроде как есть. Отдел кадров я вроде назначил вчера. Да, они берут рассказчиков анекдотов про сталкера, а также людей, которые обсуждают... Так, найдите, как зовут его, как его звали? Джон Хиллс какой-то. Еще, короче, Джон Хиллс сюда. Они еще берут людей с именами типа Откис Ай, а также... Блин, какой еще я видел? Что-то типа Роуд Закрой. Короче, у нас работает Роуд Закрой. Ну это я его вчера сам принял, а вот от киса нету, нету от киса здесь. От кис есть, от киса маркиса. А Ангел Энди приходил сегодня? Нет, не было. Будет новый отряд Ангелов Энди. Я думаю, имя сменить себе на Свал оф Кам, понимаете как? Вам не кажется, Даксон, что, может быть, вы еще на недельку останетесь? Мы бы слушали гачи. Можно я вам задам один вопрос? Мне? Да. Да. Вы еще не сошли с ума. Я сошел. Я тоже. Так, ладно. Где Сайга? Он сказал, отъебитесь, Амелия. Походу его протыкают жестко. То прям, потому что его довести тяжело. Видимо, его заебали. Придется вам брать в свои руки, как бы, понимаете, инициативу и проявить себя как начальник. Либо мы всегда можем вернуться и стать кадетами, понимаете, как бы снова. Почему сказать, что единственный человек, который первый раз вижу, чтобы он откис за читы, блядь, здесь, нахуй, я не понимаю. Я тоже не понимаю. Вы про Санчеза? Они специально для этого новые читы, что ли, написали? Кого? Что ли? Нет. Погодите. Пора, у нас читик летал, всех пиздил, блядь. Так и ладно. Будет заблокирован месяц. Блин, бедняк, целый 31 день без игры на этом аккаунте, ему придется сейчас зарегистрировать новый. Новый, да. Вернулся, как бы, да. Целых 10 минут потребуется. Сейчас я напишу фикера, кстати. Кому? Сегодня, походу, этого. РП-куратора особо нет, потому что, как бы, чел минуту бегал и кричал Н, и П слова, знаешь, как бы. Я да, у меня уже один был на П. Да. А ты попросил же, чтобы за тобой летели, слетали, следили? Да, да, но видишь, как не особо помогает иногда. Не, ну я понимаю, когда там время реакции секунд 10-15, потому что люди не успевают, а когда там типа минуту чел хуйню кричит, я его в мут уже успеваю закинуть. Смотри. А где вы, Сайга? Сайга, где вы сейчас? Я вас... Подойдите в холл. Ваши 10-20, Сайга. Амелия, да. Я хочу, чтобы вы заняли должность заместителя начальника отдела. Ой, мне кажется, я не справлюсь. Она не справится. Быстрое реагирование. Я да думаю, она не справится, она юзлис, только жесткий. На кнопке может стоять. Да не может. Да? Да она бездарна, посмотрите на нее. Бездарна и страшна. Амелия? Амелия, вы бездарны? Она даже ответить не может. На кнопку только нажимаю. Вот, видите.
Вы не тех людей назначаете, понимаете? Вы как бы назначаете клоунов, а потом переживаете. Иван, какого хуя, вот, посмотрите, что происходит. Какого хуя? Ванкор, можно? Потому что... Сэмэн, послушайте да, меня. Да, увольняюсь, сэр. Вы увольняетесь? Да, да. И какого хуя? Потому что хуйней страдаете, прошу прощения за честность, но такими делами, блядь, нас ебать по КД будет. Какими делами? Ну, смотрите, я проснулся часов в 6, проснулся в 11, с 11 до 3, где-то читеры, багаюзеры и так далее, просто по КД сбегали из тюрьмы, и при этом админы просто ничего не делали. Хотя это был практически при них. Ну, а я-то что могу сделать, блядь? Не, понимаю, почему мы не можем оружие хотя бы использовать? Почему мы не можем? Да, я чуваку... Быть в читерах? Покинул. Да, смысл оружия. Нет, просто хотя бы мутакам обычным. Просто по 40 часов накидывают. Если не поймет, то до бесконечности. Так идите, берите хоть пулемет, так блядь, расстреливайте нахуй. Никто ничего не делает, никто не слушается. Просто все бегают, блядь, оружием свое. Да, ну, я понял, я это сам увидел. Давайте подумаем, что можем сделать. Предлагаю вернуться, извиниться перед Русланом и сказать: Руслан, возьмите нас обратно на пятые ранги, как бы мы стараемся. И продолжим душить вурдалаков, понимаете? Man. Сэр, у меня предложение, знаете, какое есть? Какое? Насколько еще? Так, у меня есть еще одно предложение. Подождите, есть предложение, пацаны. Так, тихо. Тихо. Сэмэн, идите сюда. Сэмэн, стойте, Сэмэн, подойдите сюда. Все, господа, прибыл тот человек, который сейчас всех трахнет. Прямо сейчас на входе стоит Жора Чибисов. Вы где? Немедленно его сюда. Как только он придет, все сразу возьмутся за ум. Да я его попущу сам, этого Чибиса, он слабак. Не, вы он не пропустите, вы не знаете. Это ад во плоти, блядь. Хорошо, это самый жесткий. Это человек, который прошел со мной все 5 лидеров КПД. Самый короткий срок 2 дня я отстоял. У вас остался телефон Руслана, так сказать? Я хочу позвонить, извиниться, что ушел с должности просто, знаете. А, еще, да холл. Джози, найдите Джози из ЛСПД, привезите его сюда, он будет начальником одного из отделов. Я уже договорился Джози с Русланом, чтобы он мне его дал. Да. Вы все командуете. То вам, блядь, прикатить апельсин, то привезти Джози. А чего вы сами? Апельсин это важно. Давайте сами съездим за Джози, так сказать. Заодно до ЛСПД меня подкиньте. Но если же Чибисов ничего не изменит, как вы понимаете. Он изменит за 10 минут. Нет, а куда Джокер пропал с заднего двора? Он же был связан и там попущен. С ним работает. Растворился. А, с ним работает уже. Да. Блин, чуваки, есть те, а почему кто вы не перед окнами моего шарит кофе, за мейн-версию линейки? Мне надо разобраться, что покупать, как нет, вообще нет, развивать. Нет, наоборот, портит, раз никого не попускают за моим окном. Так. Только что пробегали, я видел. А Карасик сейчас где? Я думаю, что он сейчас спит. Ага, а, видимо, никто что не играет. Выберу кого-нибудь из списка. Кто там? Гарри Жопер, вот. Приведите Гарри Жопера к этим окнам, попустите его, чтобы я это видел. Прием, кто работал с Гарри Жопером? Можно я тоже попущу. Прием, меня слышно? Надо еще поесть. Отвечайте в рацию, пожалуйста. Я сытно поел, теперь я сейчас. Не, я не буду стримить, как бы. Сайга. И работать меня на иного. Я просто хотел мейн попробовать, но там хуй разберешься вообще, что происходит. Вов меня разочаровал, я 3 дня поиграл, и что не тянет больше. Я решил, что ничего, кроме корейских дрочилин, мне не светит. Но я, скорее всего, нахуй, на самом деле... Нахуй, быстрее Жору Чибисову сюда. Сезон, кто вот за этот месяц попробую закрыть в БДО на новом классе, например. Это, наверное, поинтереснее будет. Прием есть кто в холле сейчас? Он говорит, блять, я сам дойду нахуй. Если там кто-то сейчас стоит в холле, он будет уволен, блять, если он не ответил на мои просьбы. Советую ответить в рацию, или сейчас, я так понимаю, будет увольнение первое. Я сам могу идти, человек, отпусти блядь меня, блядь, по рации разговариваешь, меня держишь, сам могу идти. Иди, давай. Ведите. Чего, блин, повязали? А мы не в школу идем? Не-не-не, за мной, Жопер, ведите за мной. В школу идем.
Ага, то есть так, да, Дональд? Наша судьба так, да, распорядилась? Ну, что поделать, что поделать? Ну ладно, ладно. Вас никуда не хотят брать, вы крысы. Жора, говори чуть громче. Да не крысы, я блин. Меня слышно или нет? Да. Пойдемте. Почему Жору Чибисова конвоируют 20 человек, блядь? Он буйный особо. Остальные что, ёбаные бездельники. Сейчас мы с Сайгой все будем решать. Не, это пиздец, Сайга, я, короче... Вам не отобрать нашу свободу все равно. Ты вообще замолчи, блядь. Целуй дубинку, жопер. Мартин. Хорошо. Мартин, вы меня слышите? Что? Мартин, можете проконтролировать, кстати, чтобы в холле кто-то стоял? Гарри Шоппер попустил ну, это. А вы нет? Да. То, что происходит, это пиздец. Прикиньте. Я назначу тебя на заместителя. Сейчас я отойду от этой всей Мартин, темы. Жоппер умудрился попустить этого сам. Мартин. Чувака. Мартин, вы меня слышите? Черт. Нет, что-то у меня не работает нихера. Клип. Твич, что ли, тормозит? Может, он удален просто? А, не, вот он. Блять, вообще ничего нормально не работает. Чё у меня с компьютером вообще? О. Че, пацаны? Просто помните, может, был коп, который меня душил тем, что заставлял снимать татухи, и в итоге, блядь, нихуя, так сказать, не принял на работу. И был план его выманить. Кто-то его вывел все-таки. Да, братан, круто ты сегодня попустил этого бывшего шерифа, блядь. Бегал здесь как сучка. За тобой бегал. А, возьми меня, вылез из СД, я вернулся. Мистер я Диксон шерифа. Передает вам поклон. Так что он был попущен. Это не может не радовать. За это спасибо Лопачу, но помогать я ему, конечно, не буду. Пусть сидит на параше. Я неблагодарен, как бы. И никогда не был человеком чести. Я всегда был... свиньей, которая предает всех и всегда всех кидает. А уж в РП и подам. Ой-ой, уже стрельба. Заблудился. Пиздец. Где я нахуй? Так. Вот с ним будешь сидеть. Будешь с ним сидеть, или он тебя будет вставлять, или ты ему. Решите сами. Настоящий, что жопер, да. Чуть метки стоят. Я не понимаю, ты чего хочешь-то? Куда ты меня водишь? Не знаю, Дональд что-то баунс. О, Дональд, я не баунс, я поскользнулся, прошу прощения. А, у вас выпало еще аккуратнее здесь. Угу. Ты неаккуратно входите, конечно. Понимаю. Сандаль.
Куда? Согласен. Пистак, да? Это самое. Да куда ты? Да, закиньте его в карцер на пару дней, и все, чтобы он меньше вонял. А где находится? Напомню, чего. А, тут вот как одна из... Не-не-не, вот по-моему ща. Короче, одна из дверей справа, вот. По-моему... Чё? Вот это вроде. Да-да-да-да-да-да-да. Какого, а чё карцер-то? Я ничего не сделал еще пока что, я только хотел. В смысле? Так, а в ну, за то, что ты хотел, как бы, префайром. Да блин. Ну а как иначе? Это преступление, получается. Так, у меня сейчас. Для тебя есть подарок, Мэтт. Мэтт. Смотри, 107. Ага. Я хочу тебе трекс зачитать. Давай, давай. Может, я рядом с клеткой, слушаю тебя. Сейчас начинается. Это же моя песня старая. Здравствуй, дедушка Илья, с детства смотрю тебя, достаточно твой канал, я дико угорал, и в долгу я не остался, на каждый канал твой подписался, а потом твою пищу поедал, я словно пищу, честный, трезвый, голубой, он и вовсе не такой, он всем просто раздаст звезды, потянув свои штаны, но мне петь здесь не неловко, на голове у него коронка, так что быстренько давай, значок в маечку вставляй. Ты, я и ты здесь сегодня собрались, так что эта встреча состоялась, все же зашибись. Да, я жду, что ты скажешь мне в финале, как какой-нибудь драматической программе. Малют, ты молодец, молодец, мне очень приятно. Все, откисай печень. Блять, иногда от кринжа хочется умереть, ну что поделать. Фанат, делал такое. Ходил за мной, песню писал. Ну что за милый человек. Малюточка. Сэмон, а вы чё не уволились? Мне разрешили начать стрелять в эфире. Чё, идём ебашить насилие, так ведь, парни? Именно. Руками получается. Дверь себе закройте. Надо и всех пустить пока не в одиночках. О, Джокер. Чё у вас такое, Джокер? Вы меня разочаровали. Я думал, вы человек. Вот что это опять за делегация, ёбаная? Какого хуя вы ходите с толпой? Почему ты водишь 5-2 часа? Камеру, блять, нахуй ты не ходишь? Камера забита, выпустите меня. Заткнись. Вот, вот это его там закинь. Отошла, блять. Так что происходит? Пойди, ну ты знаешь куда, сука? Насилие, полицейское насилие. Дайте я один раз дубинкой ее ебану. Отойди, отойди себе. Себя ебани. Кордотка, стой. Косарю, блядь. За что с семью? Наручники идем, наручники. Там Джокер. Все, делит. Мэм, ведите себя прилично, пожалуйста. Не надо грубить, не усыкбайте свое положение. Зачем вы плюете? Вылизывайте теперь. Вы попали мне на ботинок. Лизывай. Давай, слизывай. Отказываешься? Тогда получай, блядь. Пошел ты. Будешь сам отлизывать сам себе, понял? Я думал, здесь спасибо. Будет... Я и так этим занимаюсь каждый вечер. Говорю, выпустите меня, заебалась. Все, а где дудка-то? Дудка, все. Не подчинил приказу и впал. Взяли, отпустили. Так, надо дед найти, чем он занят. Дверь закройте за собой. Да я не могу, увы. Руки развязаны. Чья-то сэр, будьте еще аккуратнее, здесь появился местный Джет Ли, который с одного удара может положить. Я уже падал, меня ничем не напугать. Ну смотрите, а то будет один, а потом целая армия таких, вы представьте, что будет, а? Ничего страшного,
Я уже все могу представить. Я последний день сегодня, так что... Последний день? Конечно, конечно. Я, конечно же, останусь играть на сервере, но без стрима, ребят. Поэтому залетайте на проект gtrp.com. Сервер Rainbow. Самое лучшее РП. Огромное количество этих самых. Интерьер. Возможность покупки домов, машин, одежды. Знаменитые игроки и стримеры, такие как Сэм Ник, Юрий Хованский, именно здесь снимает свой божественный РП. Я буду играть, естественно. Давайте закрывать дверь. О, все, закрывай. Блять, если ты не можешь открывать и закрывать двери, то значит тебе, блять, здесь вообще не место. Ты должен так, работать меня на проходной. Позвали. Так, так ну. Есть, но ну, надо так пиздуй туда, что ты бродишь. Не, никакой силы. Сила... Все, малюк, пусть стоит, да. Скорее бы поиграть. Ну, я, кстати, дам несколько советов бывалу. Ставьте игру на SSD. Если хотите стабильной работы. Хотел рыгнуть, но видите, даже рыгнуть уже не позволяет мой желудок. Просто струя кислой блевоты вылилась мне в горло и обожгла. Мне кажется, это конец. Барлон Мрандо, блядь. Это ребят, отличный. Ну что, не видите? Нет, тут был где-то маленький мальчик, который кого? Хотел лично аудиенции Кольта. Где он? Это же сам Сиджей. Кого? Сиджей. Кого? Вот он стоит, Сиджей. Кого? Сэр, осуждаю данное, осуждаю данное действие свое, поэтому залази обратно. Сэр, говорите громче, пожалуйста, вас плохо слышно. Меня нормально слышно? Да, очень плохо, говорите громче. Можно вопрос задать вам? Не знаю, это какая-то, видимо, проблемка, не связанная с своими голосовыми связками, потому что все нормально. Сэр, что вы хотите? Вот. Зачем я говорю, осуждаю свое действие, которое он там сделал, потому что это было сделано абсолютно случайно. Сэр, зачем вы пришли? Постоять в холле. Можете постоять вне холла, пожалуйста, если вам здесь почему? Нечего делать. Не создавайте толкучку, это граждан, федеральное либо, здание. Майках. Если так, хотите, холл же, это открытое ну, место. Да, разве? Но вы пришли кого-то там, посетить там, или что? Просто так стоять да, здесь, посетить. Создавая толкучку? Ну и кого, какого заключенного? Вы сами видите, здесь много вашего людей. Вашего сотрудника. Кого? Сотрудника вашего. Как зовут? Уже вызвали. Хорошо, хорошо. Тогда пройдите поближе, вон, к стульям и ожидайте там. Спасибо. Не создавайте помех, господа. Здравствуйте, сэр. Да, здорово, мужики. О, у вас опыт работы, я слышал, есть. Привет, Вильям. О, Геомем, привет. Я сидел здорово. При этом человеке. А тебя тоже помню. Геомем, вы меня помните? Я пропускал вас. Ну, только разве что по голосу. Понимаю. Вы меня пропускали. Конечно, конечно. Как вы были здесь главным. На клыка накидывал. У меня помимо вас много кто... А, понимаю, понимаю, да. Ну что поделать, такова работа. Надо дождаться начальника, я думаю, он возьмет вас с удовольствием. Хорошо, если что... А вот еще Вильям стоит, он тоже при мне был. Короче, я бы хотел сегодня провести здесь... Там тяжело сейчас, там тяжело, там постоянное это... Постоянный бунт, как бы. Подумайте насчет этой помойки, даже я хочу съебаться, так сказать. Да а чё, куда съебываться? Везде. Давайте бля, ну я думаю на ЛСПД назад съебать. Меня, блядь, сегодня до 5 ранга повысили, а я долбоёб уволился, пришел в эту тюрьму нахуй. Ну тут больше платят, но это пиздец я вообще просто. Я тебе объясню, я как
Если хочешь заработать денег, то я тебя лучше научу зарабатывать на улице и наебывать людей, чем здесь проводить время. Здесь единственное, что... Подожди. Единственное, что здесь реально нормально, то что тут, ну, какая-то есть база для... На ПУЦ, говоря, РП процесса. А... Да мне похуй эти процессы, я хочу просто бабки лутать и нихуя не делать. На ЛСПД нормально. Тогда вам в раздевалку, сэр. Да, блядь, что ты орёшь, нахуй? Иди сам в раздевалку, блядь, ну, ты громкий слышишь. Блядь, зарплата. Ну, зарплата тут хуёвая, как бы, всё равно. Хоть и больше, но всё равно. Тебя кикнули отсюда или нет? Конечно, как и всех остальных. Так а как раз, как наёбывать? Да погоди, погоди, как наёбывать людей? На бабки лучше расскажи. Блядь, где колдун? Ну, это надо в действии показывать. Ну, поехали, короче. Погнали. Через лу. Я тоже посмотрел. Не-не-не, дайте нам вдвоем сгонять, я сейчас хочу как ну, бы хорошо. Войти в курс дела, а потом уже толпой гонять. Давай, это переодевайся в нормальную да, одежду. А что, обязательно в нормальную? Говорю. Да, мы сейчас давай. Вообще с тобой покажу тебе, что делать. Да. Нихуя себе, у тебя доспехи Adidas. Дай я тебе руку пожму и пойдем. Бля, эти доспехи стоят больше, чем нахуй квартиры, блядь, в центре города, я тебе отвечаю. Так продай их, если так деньги нужны. Пошли. Да не, мне не особо нужны деньги, я просто хочу понять, как здесь раскрутиться и все такое. Погоди секунду. Гражданчик, вам кого? Граждан. Работать хочу здесь. А, ну хорошо, начальник подойдет, разберется. Поехали. Блядь, чё за позорный кал, братан, у тебя точно есть деньги? Давай, давай, садись. Часть не в деньгах. Ты Барби, что ли? Чё это за залупная машина? Ну, хотя это с подсветом. Это романтическая. Валерий Леонтьев мне её подарил. Я понял, нормально. Короче, сейчас едем в эконом, переодеваемся. В эконом, конченых... Да, да, в конченых. Переодеваемся в конченых опущей. Сейчас, подожди, я помечу себе. Куда-нибудь подальше от города пока что. В общем, одеваешь самое, что есть, вот дешевые штаны спортивные, все, что только это. Идем, в общем, с тобой, затираем лютую телегу, что мы сегодня весь день ловили рыбу, и нас наебали зеленые человечки. И просим, ну, короче, сейчас увидишь, что-нибудь придумаем. То есть побираться, что ли, бомжевать бы? Ну, конечно. А где будем бомжевать-то? Типа, кто нам бабки даст? Бабки, то. Ну, заплатит. Мы сейчас куда-нибудь приедем, где есть люди. Там, такие вот. Типа банков. Вот. Всё, как бы не понял. Заебали из-за Хорошо. Тебя нас. Да не, так, ну, я типа. Больше, наверное, 200 человек так наебал. И чё, по сколько дают обычно? Ну, обычно дают. Короче, сейчас увидишь, по-разному. Зависит от того, насколько финансовое благосостояние хорошо у человека. Окей. Короче, пошли переодеваться. Ну, точнее, нужно переодеться тебе. Ну, я давай. Понял, ща, там погоди. Спортивные штанишки, вот это все самое ща, такое. Ща, ща, ща. Так, где круг ебаный? Блин, а днищенские-то где футболки самые? Пиздец. Сколько ж всякой параши.
А, во. Слушай, ну это неплохо. Еще бы Олимпику какую-нибудь сверху. Бля, ладно, ща, да, ща возьму. Давай, что-нибудь еще. Ебать я. Попущ, блять. Но я типа выгляжу как попущ, блять, мне кажется, полный. Отлично, отлично, пойдем. Надо тогда еще купить какую-нибудь Регину, блять, на ней передвигаться, типа, не? Ну, мы сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас поедем туда, где тусуются богатые папики. Они там мусор возят, короче, по помойкам ковыряются, там мясо протухшее. Вот сейчас туда куда-нибудь подъедем. Так, а что, мусор приносит хороший доход, типа? Да нет, конечно. Сейчас я посмотрю, куда нам, блять, ехать в город целую вечность, но потерпим чуть-чуть. Потерпим. Да ничего страшного, включи музяку какую-нибудь просто и все. Провинциальная подойдет? Да, заебись. Так что, ты после тюрьмы просто на вольных хлебах? Я всю жизнь на вольных хлебах. А вас вчера разогнали, пустили или давно уже? Я даже за этим особо не слежу. Ну, на днях, да. Ну, я вообще до тюрьмы нигде никогда не работал, только ходил вот... Ну, можно называть это попрошайничеством, но я получаю удовольствие от этого. Сейчас что-нибудь придумаем, короче. Деньги сами по себе обычно появляются. А чё ты... Конечно, как у тебя. Ты особо никогда не мусорился, типа, ну, в плане... Нет. А вот эта история, то, что бывший начальник тюрьмы всех наебал на какие-то бабки, блядь, когда был мэром, а потом съебался. Или это ты был? Нет, я таким не занимался. Ну, вполне возможно, что это сделал тот чувак. Он сейчас в Forbes, если что, прошлый шеф тюремный. Но он постоянно нам бабки вообще просто так давал. Я говорю, деньги всегда откуда-то сами по себе. Не, просто говорили, он был губером, короче, и собрал на какие-то, блядь, мероприятия кучу бабла, а потом их на веселом сайте продал, блядь, и в тюрьму перешел. Ну вот, примерно тем же самым и я занимаюсь. Ну, я понял, понял. А ты на что деньги-то купишь? Вот в чем вопрос самый главный. Не, я все купил уже. У меня типа это была организация давно, Якудза, и каждый раз ей на счет падали деньги, блядь. Я зашел через 3 месяца, ну так типа в штат посетил, знаешь, а там что-то в районе 5 лямов накопилось, я их перекинул. Короче, малину собрал. Да, 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 но я купил тачку, вот эти шмотки, и бабки закончились просто. Ну я, конечно, могу все распродать назад, но... Я думаю, начать жизнь с нового листа, знаешь, что это все, типа, с нуля до небес подняться, как бы. Ну, конечно. Но я пока не нашел просто способ, блядь, мне малютки рассказали, типа, купи Регину, блядь, иди рыбачь, я рыбачил, это потом... Это полная хуйня. Потом, блядь, за, короче, часов 5, нахуй, налутал 7 тысяч, поставил их в казино и проебал, короче, ну ты понял. Ага. Как Мавроди, короче. Ебал все, что было... По щелчку пальца. Ну, типа того, типа того. Ну, обидно, обидно. Короче, смотри, сейчас где-то здесь должен быть вот эти вот папики богатенькие. Смотри, сейчас затираем. Ну, короче, просто молчи и посмотрим, что будет сейчас. Ну, шанс как бы есть. Пойдем. Здравствуйте, здравствуйте, мужик, мужик. Постой, пожалуйста, одну секунду. Удели минутку времени. Вот примерно отказы приходится, но это как второго. Да я понимаю. Чё, я никогда нищих, что ли, не видел? Здорово, мужик. Мужик. Пойдем дальше искать. Долго не задерживаемся.
Эти, блядь, приехали. Что ты за нами следишь? Это какой-то агент, походу. Да хуй с ним, не обращай внимания. А, вот, смотри, чё. Здорово, мужик. Сэр, можно минутку вашего внимания буквально украсть? Вот, ну, прям секундочку. Здорово. Подождите, пожалуйста, ну, вот я хотел бы вам рассказать одну историю, которую мы столкнулись недавно, и спросить, как бы вы поступили на нашем месте. Дело в том, что, ну, вы вообще меня слышите? Блять, я не могу общаться с такими, нахуй, не может ответить. Сэр, ничего. Сэр. Пойдем дальше искать. Нас развели на рыбу, понимаете? Что это весь наш заработок. Одолжить немножко денег. Мужик, короче, мы сегодня вот с моим другом, он только прибыл в штат сегодня, весь день ловить рыбу. Короче, дело в том, что завтра состоится в клубе Comedy Club в 12 часов дня стендап Юрия Баланского и Ильи Мэнисона. Там шоу талантов, вот. И мы хотим поднять там реальных денег. Ну, я считаю, что мы действительно талантливые люди. И дело в том, что, ну, короче, мы ловили весь день рыбу, вытащили целую, в общем, тонну, багажник Регины, повезли ее сдавать. Нас прихлопнули какие-то чуваки за городом в зеленых костюмах. Я не знаю, что это такое. На апельсине. Сам, короче, неделю в штате буквально, и вытащили всю рыбу, в общем, подвели ствол к лбу, поставили на колени, сказали, открывай багажник. Достали удочки МК-2, в общем, все-все-все, что было, почувствую, смели. И, короче, мы копили на гитары, потому что мы прекрасные певцы, и нам нужны букеты, потому что на стендап не пустят без букетов. Сказали, типа, ну, букеты нужны. Короче, мы можем тебе исполнить песню, и мы очень хотели бы, чтобы ты нам немного помог с деньгами. Вот. Финансово. Ну, у нас просто вообще не было, у нас даже начинало, типа, да. Не было на приманку, мы червей копали 2 часа. Так-так. Да. А насколько сильно нужно помочь с деньгами? Сколько не жалко. Мы видим, что короче, вы человек уважаемый. Подожди. Нам нужна гитара, типа, и... Ну, чтобы все, как понимаешь, песня была ПРП. Я могу тебе исполнить, чтобы ты действительно убедился, что мы талантливы. И нужны букеты с цветами, чтобы нас пустили на входе. Вот. Ну, еще кенту бы одеться немножко. Посмотри, как он выглядит. Вот. Если... Ну, я просто знаю, что здесь... Ну, ребята не бедные, ошибаются. И... Ну, может, есть какая-то одежда хотя бы лишняя для него. Вот, то, что выглядит он крайне хуёво. Я сам, типа, неделю всего в штате. Вот. А какого стиля одежды хотите? Да любой, что у тебя есть, неважно, мужик. Господи, вы определитесь, что... Какой стиль, сколько денег, что вы хотите? Да лучше деньжат, на сами. Помятый, 10к нам нужно, 10к нам нужно на две гитары. И одежда нужна, любая, которая у тебя осталась старая. Можешь помочь? Ой, пацаны, извините. Чтобы это, ну, не выглядело как-то попрошайничество. Мы же все-таки не совсем какие-то эти, знаешь, призорники ебаные. Слушай, неплохо, неплохо. А давайте зайдем в офис и, собственно, там... Пойдем. Сейчас я вас приглашу. Давайте. Блять, это утка. Нихуя не интересно. Ну пойдем, ладно, может что-нибудь он нам даст. Бля, он мне приглас-то даст. Так, все в порядке. А это твой офис? Конечно. Охуеть как. Бля, да я его знаю, я увидел его имя. Это мы в Якудзе вот вместе были. Сейчас у вас что за организация? Блядь, замечательный физалис. Здесь это произрастает, вот, все замечательно. Так, блядь, а как она называется теперь? Вы еще что Якудзе или нет? Нет, это моя организация своя. Типа просто вы хотели песню спеть? Yeah. Хотели, нам нужны деньги, нам нужно 20 тонн на гитару, понимаете? Если, ну, ты это хочешь скажешь, что у тебя есть или нет. Ну, ладно, сколько не жалко. Вы можете располагаться на диванчике, спеть песню, я пока посмотрю, какая есть одежда. Давай, давай. Блять, конечно, это в одной манере речи, понятно, что это какой-то этот казачок. Ну, блин, это...
Чуваки, у них раньше была орга, я еще не знаю, правда, чем они занимаются. Да нам похуй, пускай деньги дают и все, и пойдем дальше. Что-нибудь его придумаем. Сейчас нас выебут вообще в жопу, блядь, и все. Да никто нас не выебет. Ну ладно. У тебя же дубинка саб есть, что рабочая. Она там столько сносит, блядь, кожи с одного удара. Убери, не показывай. Да я убрал, я просто подготовил. Только это, одежду ты забери, потому что у меня вообще в инвентаре пиздец. Я поэтому деньги и хотел больше, чем эти шмотки. Их же еще продать надо. Ты похуй на шмотки, это всегда ширма. Вот. Бывает, что дают какие-нибудь. Обычно шмотки это мусор. Я вот после таких вылазок в офис столько шмоток скидываю постоянно. Это хуйня, на самом деле это скучно, надо бы отсюда уходить, если честно. Сэр, так что там с одеждой, с деньгами? Может, просто он по знакомству, слушай, может, он просто по знакомству тебе поможет хоть немного. Братик, я был знаком с Кенжи, помнишь такого? Мне, он мой брат, как бы, единокровный. Может быть, подкинешь 20 кусков просто, ну, в честь знакомства, так сказать. Я его семье переведу. Не надо 20, сколько не жалко. Да, типа, хотя бы 100. Сейчас... Без проблем, сейчас до банка сгоняем. Поехали быстрее, у нас просто репетиция срочная. А одежду достал какую-нибудь? Да, Смотрите. Все, пойдем. Спасибо большое, теперь мне будет тепло. Поехали до банка. Если маечку снять, будет вообще помещать. Да, но надо сейчас это, за денежками, денежками на гитару. Так, к какому этаже-то? Главному. Че он мне еще дал? Да блять, отмени! Ёбаный говно, блять. Слышь, мужик, можешь пнуть тачку, которая сзади меня стоит, разогнаться? Спасибо. Что там второй продается? Не мой мне этот мужик. Репишечка, поехали до банка. Он на этом, на Мерседесе, на розовом. Ой, блять, на Финике. А, это Лексус справа, вон впереди, розовый. Вроде зрелый мужчина, а в машинах не разбираешься, сразу видно в туалете. Да, блять, он, да ебать, ездит машина туда-сюда, хуй разберешь, еще и цвет такой, ты че? Они все друг на друга похожи. Давай, мужик, пошустрее, то там у Кенши проблемы, и нам срочно нужно к нему ехать. Да, он умер, как бы, блядь, надо бы это, да, денежек его маме. Короче, его за, слушай, его за оскорбление родителей, типа, полицейский этот иск подать, нужно денег заплатить. Блядь, оскорбление родителей, это вообще пиздец, конечно. Как до такого можно докатиться, блядь, мразь. Ты что такое здесь? Слышь, а ты... Господин Максота, спасибо огромное. Нет. Мы поехали за гитарами, вернемся к вам в офис. Я сейчас поделюсь, все нормально. В короче, парке лучше гитары, мне, ничего не нужно. Мне не нужны деньги абсолютно. Ну поехали. Отдай вон этому шубу. Вон чуваку голый ходит. Вот этот хепкий понт. Шубу обязательно отдам. Но сначала хочу в ней походить. Немного разносить. Спасибо, сэр. Спасибо. Родина вас не забудет. Обращайтесь, конечно. Конечно. Желаю вам блестящего. А у вас работа есть, кстати? Какая интересует? Ну какая-нибудь интересная, знаете. Сопряженная с весельем. Ладно, мы свяжемся садись, с вами. По нам стреляют. Да, блять, видишь, я как-то в развалочку, не спеша, так сказать. Поехали. Тебе точно так, не надо? Другому. Нет, ничего мне не надо. Блять, тебе колесо засадили, походу. Да ты суки ебаные.
Тинейджеры. Слышь, да, я выкину эту ебаную дубленку, блядь. Короче, блядь, жалко, что утка, но вообще... Но я понял. Но видишь, случайно нарвались, такое тоже бывает. Ну, в любом случае, он мне тридцатку откинул, как. Так, надо переодеться, а то у меня дороговатая рубашка и эта шапка ебучая за 15 или за сколько-то тысяч. Сейчас тоже надо чуть попроще. Давай. О, сади. $30 получается Максот накинул. Я даже не знал, что еще остались люди из Якудзы, которые хуйней не занимаются. Ну, то есть я знаю, что он тусил. Вообще вещь-то надо было в детдом отвезти. Да хер с ним, я не люблю это. Чуваков с детдома. Здорово, мужик, твоя бэха? Да, моя. За сколько продаю? Я сам купил, только не продаю, сори. Слушай, мужик, тут такое дело, короче, я бы хотел тебе кое-что, ну, я, короче, поделиться с тобой одной херней. Вот, можешь выслушать одну минуту буквально? Давай. Короче, я являюсь ведущим программы «Давай поженимся» на Vessel News, организую разные мероприятия в штате и параллельно веду телепередачи на радиовышке Twitch TV. Ну и, короче, подписчик мой пришел, типа, в штат буквально сегодня и хочет у меня на программе поучаствовать. Он влюбился в невесту просто по уши. В общем, дело в том, что он очень, он увидел ее фотографию, начал просить контакты и прочую херню. Но... Ну и, кстати, еще я тебя хотел бы пригласить туда тоже, попозже только. Ты не мог бы ему немного на гитару, пожалуйста, подкинуть? Вот, ему буквально не хватает. Да он сам бомб. Тысяча. Денег нет, но от него это сколько? Ну, сколько есть. Сколько не жалко. Ну, типа, на нормальное дело я тебе. Ладно, засунь их себе в очко, это мало, короче. Ок. Тебя не слышно, Сыч? Гемми. Давайте рыжик, я его. Ай, блядь. Да он бомж, бля, на таких бэхах только бомжи ездят. Да на этой бэхе ездят только эти ебучие, я не знаю. Блядь, чувак, я на эту бэху нахуй за вечер просто хождение по улице накопил, блядь. К таким вообще подъезжать нельзя, нормальный человек такое дерьмо не купит. Ну... Потихонечку, как говорится, копейка рубль бережет. Блять, история-то отличная была, но мне кажется, ее надо прямо у Vessel News рассказывать, тогда типа больше шансов. Отчасти она выиграет, потому что я же занимался подобным. Пойдем почить гитары-то и... Так может найдешь мне жену, а то у меня была тут недавно, но она мразь оказалась. В смысле мразь? Но она стропонила меня жестко и доебывала, да. Ну, кстати, можем попробовать найти жену. Ну надо няшку, стесняшку какую-нибудь, как сам понимаешь, типа. Да, тонкорукую, нецелованную. Давай, вылазь на секунду, сейчас я быстро. Блядь, надо найти такую жену, которая будет тебя вот реально деньгами прям нормально запаковывать. Ну, та была такая, она вроде была согласна, говорила, что врачиха, но по факту ни разу денег не дала. А ничего не просила? Просила, типа, тусить с ней, но нахуй она мне сдалась, она, блядь, скучная была вообще. Ага. К тому же ее потом вообще спиздили, блин, и просили выкуп. Слушай, я предлагаю вообще устроить кастинг на жену, как думаешь? Да нет, да мне кажется, блядь, это долго, это времени займет дохуя. Ну давай попробуем. Ну давай просто узнаем, давай, если долго, я тоже на это не подписываюсь. А если это все можно организовать в ближайшее время, то сейчас заскочим в одно местечко. А ты типа сотрудник, просто там одно объявление дать, это десятка, по-моему. Мне неохота тратить бабки на такую хуйню. Не десятка, сейчас, секунду. Я город вообще не знаю, если что. Так, блядь,
Где это место? Поехали, короче, сейчас заскочим на Vessel News. Я спрошу, есть там кто из моих старых знакомых. Может быть, они прямо сейчас организуют кастинг. И им плюс баллы, и нам красивая девочка. Я уверен, кандидатки найдутся. Тут у меня была одна, но давай поженимся. Би-би-бу-бу. Знаешь такую? Би-би-бу-бу? Да. Бля. Слышал хоть раз о такой? Не, я, блядь, в какой-то музыкальной группе участвовать, типа, звезда, а чё, на деле, блядь. Не видал, не видал. Скукотуща ебучая. Я только двух-трёх видел, как бы, вообще тёлок. Все остальное мужики да школьники. Надо машину как-то поставить более это. Да вот, блядь. Двинуться с места можно. Ну ладно. Не, нас сейчас зажмут, пошли. Тебе вот такую надо купить, короче. Кто, мужики, кто работает в Vessel News? Что? Я. Здорово, мужики. Здорово. Ну, я сотрудник Vessel News, удостоверение сейчас передам человеку напротив. Смотри, не испугайся фотки. Я тебя предупреждал. А можно мне тоже посмотреть, что там за фотки? О! Да. Бонаква Майорал, приветствую тебя. Слушай, здорово. Не хочешь ли чисто разбавить сегодняшний гундосый день веселым настроением и хорошим мероприятием? Нет, прямо я сейчас? Только что я прилетел, все организую. Но я но не тебе ничего не стоит, мероприятий только... все равно. Ну только не из-за дела мероприятий? Не-а. Ну... У нас нет сейчас людей в штате, которые из этого отдела. А какая разница? Ты же можешь объявление пускать, зеленку и прочую хуйню. Нет. Я одолжи хотя бы тогда может? Пятерку на... Блядь! О, блядь, это по мне, кстати. Выше? Не, я, кстати, все. Нам сейчас надо будет с тобой заехать 24/7, купить пару аптечек. У меня багаж ничего болит. А кто тебя ебашит? Блять, тинейджеры. Ага, понимаю. Короче, если чё... Тебя добить можешь, чтобы ты побыстрее в себя пришел или как? Давай, я за тобой заскочу буду здесь. Или пусть кто-нибудь тебя подвезет. Добивай. Вот человек, я думал, это по мне хуярят, а нет. Видать, много фанатов. Этот стример, да, вроде как, но он специализируется, как ты можешь понять, на игре, на этой хуйне. Ну, в смысле, на гитаре, я имею в виду. Он специалист. Кстати, онлайн 1151 человек, присоединяйтесь. 1200, по-моему, только один вечер добили, обидно. Сегодня все-таки прощальный денек. Зайдите, порадуйте старика, приедьте в тюрьму. Я сейчас туда вернусь в любом случае, скорее всего. Пойду донат почитаю. Короче, Кент, который в нас стрелял, прям передо мной уехал на свои зеленые хуетени. Ну, я не коп, так поэтому я ничего сделать не могу. Я уж тем более. А ты что-нибудь запомнил? Типа, мало людей. Может, номер там или, ну, хотя бы там что-то? Не-не-не, у него были ярко-зеленые диски, ярко-зеленые окрас, машину не запомнил. Ну ладно. Не, я понял, то, что это... никого нет. Че? Да я понял, что никого нету, типа. Мы просто, короче... Не, типа... Ну, типа, мы хотели небольшое мероприятие устроить, либо концертик завтра, либо сегодня. Хотя бы. Но там знаменитый чувак приезжает в город, типа, медийка.
Хован, он, типа, иногда посещает, он хотел, что, типа, стендап устроить, но у нас, короче, проблемы небольшие с деньгами, нам десятки не хватает на гитару, ты не одолжишь хотя бы там 5000-7000, я тебе завтра верну, заеду, когда мы билет продадим. Можно, можно, давай. Спасибо, братан, от тебя букет. Да не за что. На память. Сейчас ну, поедем, все, тогда еще. Либо спецсвязь. И, да ладно, я оставлю лучше. Хорошо, давай. Сейчас, секунду. Давай, диктуй. Я передал мыслями спецсвязь. Ага. Окей. Короче, тогда сейчас еще немного поразмутим, закупим инвентарь и завтра приедем, скорее всего, объявление давать ближе к вечеру, чувак тоже подтянется. Да, да, хорошо. Нет, ну у нас, смотри, у нас начальник отдела мероприятий только что, вот что-то пролетел. Могу, в принципе, ее вызвать. Там у вас Сара до сих пор работает или кто? Я просто не шарю сейчас, как у вас. Кто? Ну, раньше Сара, короче, была, типа, она сейчас или другая телка? Сара Шапира, которая? Да, да. А, Сарочка, Сарочка. Литим постоянно пристает, но она моя лучшая подруга, но она давно уже не начальник отдела, то она вроде и не была ему. Не, блин, я возможно путаю, просто я давно не был, короче, еще во времена этого было, как у продюсера, типа, я сам месяца два в штат не заезжал. Голос у тебя знакомый, мы раньше, наверное, пересекались. Ну, мы тут это... Но ты раньше где работал, короче? Не в Визле же? В Визлах. А, ну, возможно, мы мошнили тут пару раз, но это так, чисто по-дружески было. Я что-то припоминаю такая просто, но... Типа не хочешь, чтобы негатив какой-то был, сам понимаешь. Понял. На ути все слетелись. Ну, блин, не знаю. Может, это этого ждут. Чувака, с которым я был, его что-то хейтит люто. Возможно. Просто, блядь, расстреливают постоянно на улице, не знаю даже. Может, кому-то дорогу перешел. Но, типа, он нормальный в плане организации, плюс он на гитаре умеет бренчать, что тоже неплохо. Угу. Давай отойдем на пару минут. АОЦ воспринимаешь? Че, прости? АОЦ воспринимаешь? Российский язык знаешь? Не, я типа нет, не особо шаристый в этом плане. Я камушек, короче. Понял, обидно. Не, ну сорян, блин, не так часто, к сожалению, удается потусоваться. Хорошо, подожди секунду. Так, да-да-да, Даксон на телефоне. А, да. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, я с человеком договорю и приеду, извините. А, да не, вообще не парься. Я понял, о чем ты. Просто нас по-другому это называли. Mm-hmm. Вообще, это, ну, типа, стрим-снайп это вообще другое. Тут вообще за стрим-снайп не карают, если что. Ну, нет, тебе не ПРП mm-hmm. объясняю. Mm-hmm. Вон, ты видел, мы стояли, там 30 человек, блядь, приехало. Как бы никто их не тронет. Меня, короче, mm-hmm. в тюрьму назад вызывают, я сейчас должен съебать. Спасибо за так поддержку. Ты титаник поменял? Не, ну я вообще перса поменял, но мы уже две недели играем. Просто, короче, вчера... Значит, приди сюда. Сейчас. Ну я видел, как ты бомбанул. Не, я не бомбил. Сейчас я вообще не бомбил ну, за последнюю неделю ни разу. Более-менее такой, я вижу, поникший был, когда снял. Не-не, ну, блядь, это было ФИБА, они, блядь, задушили меня. Сука. Ну как обычно. Да, но, блядь, они специально вот эту хуйню делают, знаешь, отыгрыш через ДУ и все такое. Сосуки, блядь, отвези меня в тюрьму, пожалуйста, а то меня там вызывает начальник. Ты тут вообще? Сосуки, блядь. Но
Да, да, да. Федеральную, да, все, давай. Дональд, я бы тебя отвез, но я киберстраховку не сдал. Да нет, ты как бы работай, занимайся. Спасибо большое за помощь. Завтра тогда увидимся, скорее всего. Да нет, слушай, Ягуар. Не, какой Ягуар? Ягуар — это помойная машина. Я дальше работать пошел, короче. Давай, удачного дня. Чё-то, блядь, от геомем не вернулся, нихуя. Поехали, короче, к тюрьме штата. Метку поставишь, пожалуйста? Поставил. Мне просто работать надо, я не могу его тут ждать, блядь, по 3 часа. Так, нет, что-то у меня не видно, что я сам поставил. Да, блин, она наверху там просто такие, похоже на сине-черную вафлю, нахуй. Нормальный чувак. Денег дал. Ну чё, 35к я размутил, по сути, за 20 минут тусовки по улице. А, помните, как я за 5000 там чуть не усрался, блин, на пристани с этой рыбой? Не-не-не, все, я типа понял, как существует этот мир. Просто ходишь, тусишь, блядь, и у каждого по косарику трую стреляешь, блин. А так как ты на медийке, то тебя еще и по десятке будут откидывать. У вас концерт намечается или... Да я напиздел, какой концерт, еще прикалываешься. Сегодня Хаван должен был в тюрьму подтянуться, но что-то проебался, походу. Либо я проебался, не знаю. Да я уже уезжаю из штата, понимаешь, как бы. Люди хейтят, как бы, мое нахождение здесь со всех сторон. Я не могу, я только начинаю раскрываться, как бы, тусоваться, вот это все. Может быть, и невесту бы нашел, а в итоге, бля. Так а че, даже типа прощального никакого застолья не будет? Не знаю, не знаю. Эх, я так надеялся на какую-то тусу. Я хотел, но, блин, чувствую себя дерьмом, понимаешь, как бы. Хотел собрать вечеринку и все такое. Но единственный человек, который меня не кинул, он получил назначение, о котором мечтал всю жизнь. И ему сейчас не до тусичи, а сам я ничего организовывать не хочу. Понимаю. Шоколад, спасибо за 13 месяцев. Даже грустно как-то становится. Типа Хован хотел сделать стендап в тюряге или... Я не знаю, но я типа особо не узнавал, но он хотел в тюрягу, это я точно помню. Но сейчас туда нет смысла идти, потому что там пиздец. Ну, первый день, блядь, и... Короче, там полная жопа, я ушел даже потусить на улице, потому что задушился немного. Налево-то поверни. Можешь нарушать, похуй. Прям к воротам туда ебани, а не, ну, у меня ага, откроется. Окей. Подожди, сдай назад. Вот к этому челику приблизься. Семён, это вы? Семён. Да, сэр, да. Вы всё-таки заебались и уволились? Да. Чё, вообще пиздец? Ну, типа того. А чё происходит? Ну, в двух словах. Ну, боги были недовольны тем, что я слишком много лет даю заключённым. Погоди, кто был недоволен? Боги? Ну, боги, да. Ну, бля, боги, ладно. Но вы ни в чем не виноваты. Если хотите, я могу за вас письмецо написать. Да я в рот ебал всю эту хуйню. Как... Я согласен. А куда двинете теперь? М? Куда двинете теперь? Ну, что делать планируете? Хочу в Дино 50 кусков на ноги поставить. А у вас есть 50 кусков? Блин, Семён, не очень хочется как бы в долг брать, но мне срочно нужно 7500 на гитару. Типа мы решили провести... Все, его бы наказал. Ну ладно, к банкомату это слишком долго, Семён. Я думаю, я в тюрьме найду. Удачи вам, Семён. Извините, что так вышло, я хотя и не виноват, но все равно мне грустно за вас. Заезжай туда, туда. Все, тормози, тормози, блядь. Давай, удачи тогда. Удачи, спасибо, братик. Где находится вообще? Бля, пацаны.
Короче, бля, Диксон, можно, пожалуйста, я у тебя на стриме кое-что скажу? Так. Я готов платить 3000 рублей в неделю чувакам, которые встанут, блядь, на замку и все будут делать охуительно. Если кто-то хочет, блядь... не против, здравствуйте. И съеби вообще, блядь, все, пошли дальше. Бля, голосовые связки. Давайте отойдем, пожалуйста. Давайте отойдем, ребят. Кто меня примет на работу, блин, капец? Слава Налиму! 3000 в неделю? Когда нам будет? Чего ты хотел, Диксон? Я увольняюсь. Сэр, примите на работу, сэр. Диксон, что ты хотел? Да, блядь, короче, там такая тема. Приехал Хован, и он, короче, хочет организовать, типа, концерт для заключенных, как Шансонье, типа. Примите на работу, а? У нас нет... Блядь, сейчас, погоди секунду, отойди. У нас нет кэша, не короче. Не надо пиздить меня, ладно, все, я ухожу, ухожу, все, все, все. Ну не надо, не надо пиздить. Ну что ты делаешь? Ну господи, блядь, ну... Сейчас... Так, ну Чарльз, осторожнее, вы сейчас с Семеном окажетесь там, знаете, по другую сторону. Короче, нам на гитар не хватает 7,5 тысяч, у тебя есть по-быстрому перевести мне? Ну, да. Типа, закинуть, давай. Реальных денег? Да нет, конечно, блядь, блядь. В магазине съездить, блядь. Бля, я тут три... Ну ладно, я сейчас настреляю еще. А можно на концерт попасть, не заключить? Да, ну сначала сделай что-нибудь и в тюрьму попади, что-то не сможешь, что ли? Иди, блядь, байк, смотри. Бля, сука, арестуйте его нахуй! Эй, Black Lives Matter. Ну, блин, может его в шкаф? Он не умирает, блядь. Все, все, я уже... Представляешь, почему он не умирает? За странная фраза, блять. Блять, короче, если у тебя есть толковый РПшер сейчас в чате, 3000 рублей в неделю, блять. Я мем релакс предлагаю тебе, блять, мем релакс. Там уж пиздец, чувак, я просто охуеваю, что уж происходит. Ну это пиздец, Семена уже, блять, я видел. Не, ну толковый. Я уволил нахуй. Ну а где я тебя выстрою? Максота, Сайго уже заебался, я не знаю, только Максота есть, я видел. Сайго заебался, он сидит уже 30 минут, блять, с курятором пиздит. Ай, блядь, я даже не знаю, чувак. Я тебе вчера все сказал, когда узнал, да что тебя знаю, назначили. Да, я тебя предупреждал. Ну, то есть, ладно, может завтра, да, может быть, завтрашнего дня будет попроще, как бы сам. Я завтра буду день рождения свой, блядь. А, с днем рождения, кстати. Да. Да, сколько тебе исполнилось? Психологически могу возрасте. Ну, слушай, зайди сюда, чушь. Куда спецсвязь? Да какую спецсвязь? Сюда, да? Подойди, пожалуйста. А, пойдем, Дикс. О, да. Может, ты меня не ввяз. Какого хуя у нас тысяча людей толпится просто в холле, у нас по тюрьме ходят люди в масках, они заходят на территорию тюрьмы, их никто не проверяет. Никто не я не знаю, Жора, блядь, я тут таким же вопросом. Почему у нас стоят люди и говорят, что они пришли на набор? Кто, блядь, объявил ебаный набор? Короче, я предлагаю уволить нахуй Мартина, потому что он заебал, блядь, он вообще не бум-бум, блядь, абсолютно. Что, блядь, происходит вообще? Я не знаю, надо назначать новых, блядь, людей. У нас есть первые и вторые ранги, нужны постовые нахуй на проход, что это за хуйня? Я не знаю, Жора, блядь, я полностью согласен про постовых, но вы должны попросить у богов разрешения, блядь, ебашить, стрелять, понимаете? Да, 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 но здесь прорыв. По-любому я... Это... Здесь есть хоть один человек, который не ебал богов? Жора, я предлагаю, короче, да. Пойти закупить оружие, всех нахуй расстрелять и поместить по камерам закрытия, потом уже организационный вопрос решать. Слушай, понимаю. Надо об этом говорить не в холле, но надо отдельную комнату, чтобы сейчас обо всём об этом говорить. Ну пойдемте в отдельную комнату. На, понимаете, они же даже не скручены, если мы, блядь, начнем обрезало. Не, не, смысл в том, подожди, что их кнопкаешь, наручники, они не смогут в больнице вернуться. По поводу оружия. Ты уверен, что именно мы должны его закупать? Нам же вроде как военные поставляют. Забей хуй на этих военных, это суперчил. Кстати, погоди, тебе объяснили? Тебе надо ездить вообще на поставки, блядь, как ментам? Не, мне нельзя, мне не надо. Нет поставок никаких. А, ну все, тогда просто берите, блядь, сколько хотите. То есть я правильно понимаю, что здесь военные, это как там отряд был этих, кто там был отряд, помнишь? Чего? Архангельцы, блядь. Архангельцы, да. Те же самые здесь?
Да, короче, пошли на личный бабки закупим. Ты будущий, а как ты через черный рынок хочешь или через магазин? Через магазин, у меня, блядь, прописанный, вон у Гордона 300 миллионов, блядь, он на машинках любит кататься. Ну, есть такое дело. Бля, пиздец, вот как он все время это выклянчивает, эти миллионы? Ну, нам тогда нужен... Я тут последний хуй без мяса, да, дай 2 миллиона, слушай, ну, бля, реально не хватает. Дональд, здорово, братишка, вот дай мы и оказались миллиона. По другую сторону. Возьмем сейчас, у нас машины же есть фракционные. Какую другую сторону, багажника, мы, блядь, правильно? Оба здесь работаем, дай мне 2 миллиона. Да, погнали. А с какого ранга доступ к бронежилету вообще? Ну, станки хватает, почему станки? А я не могу взять. Ты спиздил его? Да я выдам вам денег, братишка. Мы втроем, блядь, спрятались. Ничего не пиздил, блядь, у меня вообще нет больше денег. Да мне хватит, у тебя там 5 миллионов. Я их все проебал. Будешь с нами стрелять с этих? Да, конечно, блядь, стрелять я всегда готов. Мне нужны семерки. Всех закроем, всех камеры. Вообще, нам нужен общий строй. Как мы сейчас вернемся, сделаем. Согласен, согласен. Пора уже это, так сказать, заявить. Отъебитесь, блядь, от двери! Там что-то как-то жарко. Мне нужны семерки, я пойду возьму. Ну, теперь как-то чистенько стало. Конечно, я чист. А, Сэм, а у вас... Хотя тут так душно было. Но, однако, вопросы постоянно появляются. Здесь было душно только потому, что здесь была та дамочка, которая хотела устроиться в полицию. Не в полицию, а на тюрьму. Оговорился. Здрасте, здрасте. У нас зэк у кишки. А, Боба. Молчи, бля. Господа, кто приходит просто так, покиньте, пожалуйста, блядь, территорию. Начать стрелять. Блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Че-то неудачно. Нормально человек говорит, подходит, арестуйте на часик. Набор. Понимаю. Зато, как говорит, секс. Открой КПП. Это самое бесплатное. Я на ачивку посмотрю, значит. Граждане, почему у вас оружие за спиной? Так не-не-не. Проснись, открой КПП. Почему у вас оружие? Представьте документы, пожалуйста. Почему должны открывать вам КПП? Здесь Фрэнк Грозный. Здесь есть Фрэнк Грозный. Гражданин, почему вы уходите? Можете Фрэнка Грозного позвать. Вот это улов. Ну да. Все, в тюрьму пошел, ребят. На второй раз лучше вышло. Ну это все, что я собрал сегодня. Да блять, как так-то нахуй. Дональд, его надо в карцер доставить или как? Да, вот этих двоих, которые на меня напали, вот в этой черной водолазке и кожаных штанах, и тот, который в этом стоит на входе, который как демон одет, их засуньте на подольше. Как нахуй? Нам, кстати, руководство обещало ад в тюрьме, вот он настоящий. Для нас. Вы по какому вопросу пришли, сэр? Поехали. По какому просто вопросу? Прогуливаюсь, сэр. Так, арестован. Отправляйте в карцер. Вы по какому поводу пришли, сэр? Скажите, что мой брат сейчас в тюрьме. Мне сказали ожидать здесь на суде, пока меня примут. Ой. Вы по какому вопросу пришли? Трудоустройство. Арестован. Ты по какому вопросу пришел? Арестован. Ты по какому вопросу пришел? О, он не сука. Арестован. Всех в карцер. Всех, кто в наручниках, в карцер. Ох, как Дональд орет. Геомема, возьмите. Вообще реально здесь находиться нет. Там людей убивают прямо в канале. Диксон, ты слышишь меня? Да. Поехали за оружием. Сотрудников убивают. Брат, ёпши, что происходит? Так у меня есть оружие, но хуя мне. Ты поехали, блин. Дональд, что у нас дальше? Это фекалис, блин. Сотрудники LSPD, но хуя вы сюда приехали? Проверяли очко. Какой? Нормально, нормально, Чарльз. Они нам будут вести печень. Я договорился. Так, пацаны. Я не понял, вы сейчас залупаетесь или что? Не-не, все нормально, что, пожалуйста, поехали, блядь. Да на чем, блядь, на чем ехать, на чем, блядь, на чем? Вы же сами залупаться, если вы хотите, я вышел, ну и что дальше, ну?
Ты иди в пизду просто, и все, пожалуйста, побрасывай. Нихера себе! Сэр, странно, что у вас... братки, в задницу шока тебе побольше, чтобы ты не залуп... Не пиздуй, блядь, блядь, поехали. Дюк, помоги, блядь, напарник, Жога, нахуй, поехали. Здесь нарушают, да, пиздец. Я быстрее, голова разболелась, блядь, уже реально, поехали. Клоунады, ёбаные, я наружу. Иди, иди в цирк, блядь, выступай. А, куда нам садиться-то, блядь? Я не понимаю, что ты хочешь от меня? Жора, этот говновоз да, не открывается? Забагалась хуйня эта. Да потому что наручники надо снять. Да заткни ебало свое. Да ты заткни ебало, ты знаешь, с кем ты разговариваешь, офицером полиции. Блять, ебать вы, сука, клон, только в наручниках можете ебашить. Да это ты, клоун, блять. Отойдите, блять, все отсюда, нахуй, блять, это шумо, блять. Все, поехали, Жора. Почему ж такие, блять? Так, стоп, Руслан еще начальник у них, я бы туда вернулся. Жора, открой этот говновоз, все, пожалуйста, все, все. Поехали. Я а в таком катался. Почему жопер на свободе? Жопер на свободе? Гарри Жопер, баг, блядь, всех выпускал, его вообще откинул. Вот, прошлый зам, блядь, геомем релакс, возьмите второго его, я думаю, тоже, разрулить. Мужики, обоссыть его нахуй. Задави всех нахуй вот этих ебланов здесь, пожалуйста. Извиняюсь, пацаны, что я такой токсичный, блядь. Нету. Не, я не хочу извинять, ты слишком токсичный. В тишине хотя бы побуду. А Гордон, кто, что это за ребята из ЛСПД? Это твои знакомые какие-то? Да. Гордон. Чё, Чарльз, чё? Зачем ты клоунов этих сюда пригласил? Я приглашал, я никого не пригласил сюда, я только приехал. Вот этих надувных клоунов. Ты сказал, твои друзья. Какие друзья? Я сказал, чтобы они печень нам везли и все. Это как, блядь? Нахуй печень, Гордон, блядь, мы не можем... Коль, вот послушай меня, послушай меня, блядь. Надо Чарльз, Чарльз, послушай меня, блядь. У нас могло бы быть вообще ЛССД спокойное абсолютно, если бы я доверился тебе, а не вот ему, понимаешь, как бы. Ты все ждешь, что он кого-то приведет, блядь. Он привел Ричи, блядь, и еще там этого чела, помнишь? А теперь он привел их, блядь, и приведет еще много таких людей. Ты прекрати его звать уже, нахуй. Теперь я виноват? Конечно, блядь, пиздуй, пиздуй с Вестмейджем, блядь, кринжатину устраивай, блядь. Пошел нахуй. Этот долбоёб. Пошел пизду, блять. Да напиши на него. Нахуй пошел. Да не надо ни на кого ссать, поехали. 1037 его сейчас откинут нахуй. Ко мне чуток из Москвы приедет, пожалуйста, быстрее. Я хочу уже под забором где-нибудь лежать. Что? А чё ты не можешь взять, блять, на складе винтовку с патронами? Нахуя мы едем? Там эти маты, блядь, они потом хуй привезут, легче, блядь, свои деньги. Какие, свои деньги, блядь, маты? Ты чё вообще? Кураторы не могут маты потрясать? Материалы. Ничего не могут забыть, блядь. Надо всё своими запросы хуярить, и будут везти все маты тебе. Да ничего не будет. Не заняться нехуй, какие-то запросы, блядь, делать. Но он готов 3000 рублей должен, платить, блядь, тому, кто будет делать запросы за него, блядь. А ты чё тут говоришь? Послушай меня. Ты сейчас покупаешь, на Apple скидываешь, мы собираем склады. На, деньги, давай честь. Нет, у меня нет лицензии. Блять, у меня места нет, у меня какие-то цветы везде, чё? Ну сейчас отсюда люди уйдут, потому что ты будешь скидывать. А чё покупаем-то, пацаны, чё покупаем? Винтовки. Винтовки, чё? Дональд, у тебя есть место? Не, я вообще огруженный полностью. У меня он, блин, это патронов 200 штук на это говно. Сорян. Я просто подефаю пока вас, если кто будет, блядь. Окей, давай, спасибо. А вам нужна моя помощь? А ты кто? Вы кто, сэр? Хорошего дня. Кстати, у вас случайно нет 7000 долларов в долг? Хочу организовать концерт, но не хватает на гитару, знаете. Сколько долларов? 7. Ну, вы сколько есть, если хотя бы трешку подкинете? Да, мне... вас не слышно. Я говорю, мне не хватает буквально там 7000 долларов на гитару. Хочу концерт в тюрьме организовать, но налички вообще нет, и зарплаты никак не приходят. Может быть, одолжите немного? Сколько не жалко. Ну, поехали к банку. Ну не, я, ну, типа, мне не настолько надо, просто я сейчас не могу отсюда уехать. Но спасибо в любом я случае. Я понял. Так тут возле этого, так сказать, возле медучреждения. Ну, я вообще не могу, я понимаю, что там банкомат, я просто вообще не могу отойти, мне тут надо ребятам помочь, поэтому я просто, ну, так спросил, вдруг у вас нашлось бы. Понял.
Сэр, вы здесь кого-то ждете? Таксист. Да, кого вы ждете? Клиента. Да. Угу. Подождите, это байкерский волк, что ли? Я не знаю, кто. Да, это байкерский волк. Но мне кажется, он врет, потому что здесь нет никого. У нас места больше нет. Поехали, значит. Воска делает. Чё, забили вроде что? На двух таких надо ехать. Одну патронами загружать, другую ганами. А, все, вопрос к ним. Ну хуя там никель, кого-то понимает. Погнали. Блять. Сара, могу дать наличку. Да, спасибо большое сейчас. Может вас подвисят. Диксон прыгает, наверное. Огромное спасибо, Джонни, я напишу про вас песню. Спасибо. Бля, в натуре такой кайфовый ЛСД могло быть, блядь. Могло, но... Чисто как раньше на дыгбом. Ну знаешь, я вот это... Ой, да у нас там отличный чувак, он был бы раньше работал, это, блядь. А, там было чильно очень на да сервере. Да это лучше... опс, специально ебанат. Мне сказали, я сделал, чтобы у вас были сраные баллы, ты, блядь, не знал, шуричи, твои долаки главные, блядь. Я вообще не ебал, кто он такой, блядь. Я через этого сайга ебаного, что, блядь, я тебе не хватит фамилии Ричка. И то, как он выглядит, должно было насторожить. Меня это насторожило первый день. В итоге, блядь, мы на зоне оказались. Упс. Теперь нам никогда, блядь, лидерку на синем слоте не дадут, блядь. А могли все нормально организовать. Я чувствую, я сегодня слечу уже. Или завтра с лидерки, теперь вообще никогда меди не дадут лидерку, блядь. Мы не, ну, кстати, не, ну типа ЛССД, типа плюс-минус нормально работал, но, блядь... Да, в ЛССД все ж требовалось, это 15 человек своих набрать, ходить чилить лапу, блядь. Все. Да, но надо было, короче, ездить, на, баллы, надо было ездить на коробке. Да нахуй, давай, блядь! Что, мы не поездим? Мы, нельзя, блядь, нельзя забивать, надо ездить на коробке, блядь, отчет писать. Я и говорю, что да мы нахуй не поедем. Да просто было, можно было нормальный, блядь, штат набрать, бля. Мы дроизи набрали 15 адекватных людей, а... Я согласен. Сами бы справились, просто нужен был пацанов, один человек, который хотя бы немного понимает, блядь, правила и, типа, что на сервере делать. У меня был этот, в отряде сват, Гивох и Жора, и они, блядь, создали отряд гивоговцев, и был Энди, Рейв, блядь, стримеры, они создали ангелов Энди и ездили на эти посты. Да, я понял. Было вообще все кайфу. А можешь писать об этом или в разы? Еще, не, прям на территорию въезжает. Нам нужно две или три такие отгонять, чтобы одну мы забили патронами, а остальную забили оружие. И обязательно, сейчас, когда сделаем собрание, обязательно, чтобы были отчеты. Амелия, отойди, пожалуйста. Саша. Почему приезжайте, дом, приезжайте. Блядь, в поисках шляпе здесь тусуется? Это нормальный чувак, ты бы лучше его взял на зама. Блядь, бать, он тормозит, блядь. Чё, мужик, вы скажите, что меня взяли, блядь. Да я говорю, но он, блядь, он на нервах, пиздец, он типа... Да вон, я уже через свои прошлые связи пытаюсь, блядь, за... Короче, да. Шланг. Да, это самое... Можешь Мартина позвать, короче? Геомем, отойдите, вроде... пожалуйста, вот начальник был недоволен, он вообще да, не будет. Да, 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 конечно, извиняюсь перед начальником заранее. Угу, угу. Начальник, мне кажется, долго не продержится. У него уже нервы сдали, нахуй. Он уже ездит, блядь, покупать в обычный магазин пушки. Так это пука для гетто-тачера. Да я знаю, блядь, но... Они даже урон не наносят, это так чисто резина. Может, он хочет стать гетто-тачером, я хуй знаю. Сорян, что я тебя не дождался, я там 20 минут тусил с этим челом, блядь. Да я представляю, это... У вас здесь, ребята, ты один мой тинейджер, он заебывает меня постоянно, короче, я ничего не мог сделать. Да, мы... Я так, я твоим способом подлутал еще 20-30 по пути. Блядь, да ты за... Че ты там базарил, блядь?
говна, блять, кусок. Мужики, че бежите-то, как голуби? Пошли отсюда, сейчас тебя есть по-любому кто-нибудь доебанет. Блять, сука. Блин, они хуже, чем в ЛСД. Там хотя бы узкое там здание. Стрельба. Где там, блядь? Спрятаться. Сейчас в проходе, в бок. Чарльз, прими этого ковбоя на работу по фасту. Дай ему любой ранг, я отвечаю за него. Анти, блядь, на вышку кто-нибудь. Принимай. Это мой знакомый, он здесь замом был до этого. До тебя. Благодарю. Еще, слышишь, Чарльз, склад открой, у нас пацаны несут всякую хуйню. А у меня тут знакомая была, Фекалис, посадили? Я думаю, что да. 120 еще есть. Спасибо, мужик. Да похуй, пойдем, короче, пиздить. Возьмешь дубинку? Я думаю, нас ждет полный ад. Да, можно без отчета я возьму? Да, бери похуй, блять, под мою ответственность. Давай. Если что, скажешь, что я тебе выдал. Диксон запретил админ стрелять, блядь, по заключению. Можно, все можно. Стрелять. Примите, пожалуйста. Но осторожно. Ведь, а как тогда с ними бороться, если запретить? Шляпу снимите, это клоунскую. Да ты заебал своим шляпом, не мешай людям работать. Я нормальных людей набираю, ты, блядь, до шляпы докапываешься. Просто да, наберите, пожалуйста, я готов работать. Наберите нормальных людей. Так, господа. Бля, валите отсюда, нахуй. Выводите, пожалуйста, клоунов, если они клоуны, в клоунской одежде. Ты чё там, в себя уже? Сейчас, у меня места нет, сейчас я всю хуйню выкину. Так, кто из вас клоун? Ну, типа, я стажёрщик. Да, вот, понимаешь, вот в этом. Сэр, с какой целью вы пришли сюда? Посмотреть, здравствуйте. Блять, идите, посмотрите на что-нибудь другое, пожалуйста. Левантину мы ищем. Видим, все плохо, да? Брэфорд, участвуй в предвыборной гонке. Чё ты смотришь на тюрьму? А чё, есть возможность? Может быть, меня выдвинете кандидатом от народа, так сказать, а? А ты будешь? Аж. Так 14 дней вышло уже. Куда? Ну, ради губернаторства, знаете ли, я могу задержаться еще на 4, так сказать. Нет, там надо... Ладно, все, ты дубинку взял? Да. Все, пойдем пиздить. Вообще, вот по опыту, я всегда, заходя на красную зону, всегда все выкидывал из рук, чтобы не били. Понял. То есть чисто решал вопрос словами, но сейчас, наверное, это точно не поможет. Не, ну тут на перо сразу сажают, ты прав терять... Вон, видишь, он уже пиздит справа нашего чувака, просто хуярит. Ну пойдем, поможем ему. Я, честно говоря, устроился сюда из-за прекрасных обедов. Мне на зэка вообще похуй. Ну надо его наказать немного. Ребята, надевайте наручники, если вас пиздят, блять! Мразь, хули ты на него руку поднял, говно вонючее. Сука, кусок кала, блядь. Другой вопрос, как он сбежал отсюда, так сказать. Заберите оружие из грузовика. Он его не забрал? Случайно? Не-не-не-не. Чё, ты покушал? Слушай, мужик, на самом деле у вашего начальника есть личная неприязнь ко мне из-за того, что однажды я не взял его на «Давай поженимся». Вот. Я сказал, да, что этого, кончил, до этого, да его нельзя брать, блядь, никуда, я согласен, он реально гундосит до хуищ, но ему надо помочь сейчас, знаешь, как бы. Давай поможем. У него, во-первых, день рождения, во-вторых, типа, он не справляется, видишь, он с ума уже сходит, блядь, ему скоро не «Давай поженимся», а «Давай похороним», блядь, понадобится, пиздец. А может ему подарок какой-нибудь подготовим? Какую-нибудь зэчку найдем. А, бля, ты... Ну пойдем, короче, зэчек посмотришь, если они еще тут сидят. Тут, короче, бабка какая-то сидит, 45-летняя, нахуй, которой внучат надо. А вторая, блядь... Золушка на пенсии. Вторая, короче, соображает над каждой фразой минут по 50, короче. То есть, блядь, ей что-нибудь горишь, она такая... Блядь, вообще просто... Хуёвый подарок на день рождения, мне кажется, он его убьет. Не, ну...
типа, если их, знаешь, как бы нарядить в нормальное одежду. Собрать оружие с грузовика стоит. Такое их нельзя переодевать. По идее. Ну, значит, ну ладно, да, да, согласен, эту робу никак не снять, блин. Ну хотя бы заставить их танцевать. Внутренний двор около 9. Я вообще думаю, у нас бунт, внутренний двор, короче, слышно, надо это. Угу. Блять, как тут курили кальянчики ебучие. Это вейпер, вейпер. Блять, надо его взять. Все свободные сотрудники 9 блока. Принял. Взять какого-нибудь сейчас заключенного и быстренько спрятаться в карцере с ним. У них имеется оружие. Здорово, мужик. Это бабка та самая, про которую я рассказал. Там еще бунтует, я пойду с той стороны. Стоять, блять! А ну назад, в камеры, сука, куда вы повылезали все? Так, блядь, ведите себя нормально. Куда вы все повылезали? Сними наручники, сучонок. Бунту 9 блока, ты кого сучонком назвал? Наручники, сними. Суки. Как уже не задевиться? Ай, бля. И геомема тоже не было рядом. Поддефать. Сэр, мне очень жаль. Да ничего страшного. Я уже привык, знаете ли. Почему они быстрее? Да я ебу. Звать тебя будем, плевок. Да, блядь, кто меня, да, меня, подойдите, меня до этого звали опущенная Нэнси, блядь, так что мне нравится плевок, так что похуй. Это повышение, считай. Не. Винсент, дружище, он подойди к ним, скажи, чтобы подошли, подняли, а то что за пиздец. Ну, к тем, кто пиздит заключенно. Да, еще. Давай, не ссы. Кто-нибудь находил биты у заключенных? Какой пиздец. Блять, напишите деду, чтобы кого-нибудь отправил с аптечкой поднять меня. Ну, ебать меня. Потом опять ехать сюда из больницы. Это вообще. Антифанок. Я же понимаю, что им не до этого, но кто-нибудь мог бы, блять, вот оттуда дойти хотя бы. Но он же не поднимает друг друга. О.
Ну, я даже не знаю, как это все комментировать, но тяжеловато, тяжеловато. Заключенные оказались непростым народом. Сэндлер, блядь! Так, донат. Скомпит, косарь. Не болей, крепкого тебе здоровья. Не стоил, не стоил, дружище. Но спасибо тебе тоже. Здоровья и хорошего настроения. И всяческих успехов. Аноним 150 рублей. Мэтт, братик, на гитару не хватает. Буквально 10 тысяч скинь, сколько не жалко. Ничего а тебе не дам. Помогли? Да нет, конечно, видишь, они занимаются... Братан, на гитару сам заработай, как бы, это хорошее вложение. Сзади, сзади тебя, сзади тебя! Она нормальная, она нормальная. А, хорошо. Вы нормальная, да? Блин, ну всех вроде переложили нормально, все связаны. Короче, сам заработай на гитару, а потом с помощью гитары заработай, чтобы как бы отбить гитару, понимаешь? Вот тебе план. То есть тупо играй на чат-рубете на гитаре и всовывай себе в очко что-нибудь. Так вижу будущее. Желе Дмитрий, 150 рублей. Прежде чем идешь в отпуск, ждем через неделю с марафоном Destiny или Филачей. Можешь, пожалуйста, проверить Глада Валакса. Он очень... приуныл, мы переживаем за него, спасибо, Мэтт. Ну, кстати, странно, он мне ни с того ни с сего написал какое-то такое сообщение недавно, типа, с намерением пообщаться. Я как бы ни внимания не обратил, но удивился, потому что мы обычно как-то не переписываемся. Но если ему нужна помощь, я готов ему помочь, конечно. Напишу на днях. Малютка Ли Мэдисон, 150 рублей. Прощай, Люх, надеюсь, увидимся на стриме с аниме через год. Ну... не знаю, ближайшее из того, что меня способно заинтересовать, это... у вас есть аптечка, поднимите Дикс. Нету, нету, склад закрыт. Ну идите. Я вижу возьмите белый свет. Мартин, у вас есть аптечка? Я иду на него. Блин, не умирай, Дикс. Я умираю. Меня здесь. Ты останешься здесь. Хули, ты здесь бегаешь? А если что, меня... меня убил Джокер. Ты не можешь. Почему? Сейчас, погоди. Он все еще бегает, ты... Жора, прием, приведи медика к седьмому блоку во внутреннем дворе главном. Жора, прием. Жора, прием. Он передразнивает тебя. Седьмой блок, да ты рядом с вышкой главной смотровой в зоопарке. Самый главный этот... Петух, это здесь ты. Начальник, самый главный беспредел блок. Уша. Вот этот Сэндлер... А, нет, там его не было. У меня не было аптечки, я видел вас в церкви лежали. Хотим играть в баскетбол. На меня пятеро они, напали, они, почему они никто петухи, не помог? Забей. Они забей, они петухи. Он один из них уже валяется. Ну да. Ты что, хуел? Главный стоит рядом. Этот Сэндлер, он, короче, плюнул на меня, его надо попустить, я считаю. Попустить, да. Заплють ему все ебало. Тебя не слышно, Чарльз. Да, малютка. Прощай, Люха, и надеюсь, увидимся на стриме с ними через год. А как оповещение сделать для зыков? Масс эффекта, может. А, через компьютер. Я не знаю, я посмотрю, как будет выглядеть жизнь без стримов. Посмотри, как будет выглядеть жизнь без стримов. И сравню, так сказать. Иван Андреевич задонатил 150 рублей и написал: запихай кому-нибудь дубинку в жопу. Я не такой.
Его можно только палку в задницу засунуть, чтобы медленно чем-то править. Мундарк, помогите мне. Да почему ему, блядь? Это какой-то хуй левый мне. Мундарк, вы что, не любите меня? Что это какого-то черта поднимаете? Поднимите Диксона, Муночка, пожалуйста. Муночка. Муночка, кого хрена вы не выиграете? Девушка, пошли со мной. Как прекрасно выглядите, как прекрасно вы от вас. Потом будешь подлизывать. Муночка, поднимите. Да заткнись. Подойди, пожалуйста. Да, нужно по-доброму. Замолчите все нахуй! У меня еще целая жизнь впереди. Вы долбоебы или что? Вообще полоумные. Она вообще... У нее Adidas. Заткни нахуй ебало свою в шляпе. Жора, скажи Муночке, чтобы она поняла Диксон, пожалуйста. Мон, вы меня слышите? Все, она ливнула, блядь, вы довольны? Она что? Я могу личную медичку. Я пытался помочь тебе, но видишь, что слабо спасти меня. Еще одну медичку. Ну, кого черта по голове дубинка ударили? Ну, вопрос. Скажи, блядь, что ты планируешь дать машину из Америки, ты изучал опционы, это был топ. Но я пока не могу рекомендовать, дай мне сначала пригнать. Идите, возьмите ебаную аптечку на сраном складе, блядь. Муночка, дорогая моя, солнышко, поднимите, пожалуйста, господин Диксон. Благодарю вас. Спасибо. Как бы еще один удар, и я начинаю рассказывать анекдот. Спасибо. Госпожа Мун, вы нам нужны. Вы нам сейчас нужны будете. А он лежит. Так, где компьютер, где я смогу для всех зэков оповещать? Одну секунду. Я главный здесь, мэн. Давайте отойдем втроем, ради Христа. Ты понимаешь, что она ждала, блядь, минут 20. Да я извиняюсь, мэм, у нас... Короче, сейчас придет личная моя медицинская работница, будет нас поднимать. Мэм, послушайте, нам нужно... А как зовут ее? Надо несколько сотрудников. Не Мелисса, случайно? Мелисса? Да. А, блядь, я понял. А ты была моя жена, лол. На связи да, есть кадеты первого уровня? Вспоминать о вашей личной жизни. Ну, я надеюсь, я потому понимаю, что это была что... печальная жизнь, знаете. Блин, да, можно я поговорю? О, какая тетя. Значит, у нас две проблемы. У вас первая проблема, что когда вам становится хуже здоровье, вы пополнять его никак не можете, кроме практически использовать аптечку, правильно? Да. У вас сейчас, наверное, улетают аптечки друг на друга, и потом, чтобы восстановить жизненные силы после того, как вас реанимируют. Для этого мы... Ну, Дональд, я считаю, что для неуважения можно куда-нибудь так пойти в сторону, чтобы из этого цирка, где надо совсем не настроение, не время. Да-да-да, мэм, я вас слышу. Дед, ты слышишь, что ты меня освободишь, чтобы я, блядь, к тебе пришел, потому что я 4 часа буду сидеть, блядь. Это же прокурор. Ну, с кем другим, это лучший иди, человек, который может блин, шаг, блин, конечно. Хлеба, я Эммануэль Блевантино, генеральный прокурор штата, все стоят. Чтоб ты вас что, пропустили, блядь? Ебать, ты прокурор. Тихо, мочи. Это лучший человек, он будет у меня служить. Со мной, пожалуйста. Наручники-то можно зачем? Дай я ему один раз в ебу, короче. Просто вдвоем слышишь, я тебя сейчас уволю нахуй. Пошел нахуй отсюда, блядь. Я прокурор штата, ты что это такое? Давайте его реально в карцер к самым отбитым, блядь. Этой бабке, блядь. Он ебанутый, он самый ебанутый, он нужен нам, чтобы он у нас служил. Ты просто, ну, еблан, кончик. Бля, пойдем на проходную ждать Мелиссу в пизду, это душная хуйня. Ты наручники сними, блядь. Пошел нахуй, блядь. Дед, слышишь, Зак, мне говори, что ты прокурор, а то тебя быстро... Я генеральный прокурор вообще-то сейчас являюсь. Я в мэрии работаю, блядь. Вообще, иди с Заком скажи. Иди с Заком. Я сейчас работаю, документы проверь мои, у меня документы есть. Проверь. А кого ты чешешь? Никто в это... Проверь документы. Успокойся, документы свои. Куда-нибудь ебанут. Я всех нахуй вас уволю, всех. Мужик, блядь. Бля, лучше его тогда не выпускать, пусть, блядь. Каждый второй. Если примешь на работу, сейчас спустишь, тогда не буду уволять. Пизди. Да нет, реально прокурор, я тебе отвечаю. Его документы видел. Раз он там так орёт, надо его... Чтобы гладкие были связки. Диксон, отведите полоумного, пожалуйста, куда-нибудь. Он же, ну, отбитый нахуй. Чтобы вылечили, блядь, куда-нибудь. Ты кого, блядь? Ну сумасшедшего, ты в палату номер 6 куда-нибудь, я не знаю. Какого? А, это... Он же, ну, поехавший просто. Кто? Блевантино? Ты же только что его на работу хотел взять. Да, он, да, ты же просил за него, чтобы... Я же встречный себе, блядь. Да, отведите, короче, его в карцер, закиньте навсегда, да и все. Он чё? Уже в карцере, все нормально. Че-че-че-че. Дан был его отвезти и там с ним поразвлекаться, мне кажется. Так, блядь, интересно. Его отводят. Давай послушаем, что он еще расскажет. Мы можем пойти в карцер. Пошли. Как...
Пошли, с Мелиссы подождет, если что. Да, 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 погнали. Вот это вот портик. Что, Аксель, вы ведете. Ты знаешь, кто такой вообще? Давайте, давайте. Ты знаешь, кто меня наручники надел, зря меня ведешь. Я его к стенке веду. Я приеду к тебе с проверкой и тебя лично уволят, понял, да? Значит, что проверка уже началась, сэр. Проверка это я. Проверка начнется тогда, когда я скажу. Тебе все-таки взяли в тюрьму. Пошли со мной, сейчас я тебя проверю, блядь. Я вас всех уволю. Пошли, пошли. Выйди сначала. Начни с меня, пожалуйста, а то я уже заебался. Ты вообще, блядь, на первом месте у меня, нахуй. Заткнуться. Резко. Ты, сука. Ты никак не можешь простить, что тебя попустили, когда ты к фекалис клеился, да? Фекалис, да. Это... Еще одну видишь. Фекалис. Это чмо, которое я ненавижу. Пошли в самый дальний, блядь, чтобы он не ебал мозги. Блядь, мне кажется, Алекс Тайм, пиздец, ее даже голос похож, блядь. Амели, смотрите, кого мы поймали. Да. Кого? Блевантина, собственно, ты даже не представляешь, кто я такой. Нам надо, чтобы проверьте мои документы. Ушли, чтобы проверьте мои документы. Я генеральный прокурор штата. Эммануэль Блевантин. Включить камеру, убрать. Блять, какие еще камеры? Алекс Тайм, я думал, вы там не вздумай. Сидите. Я думаю. Если думаю. Ты сейчас не закроешь рот, я тебя отправлю вот к этому психу. Он тебе разберет жопу. Да, генеральный прокурор штата Сан-Андреас, Лос-Анджелес. Не, он ты заключенный. Невозможно с ним общаться. Пошли. Я не заключенный, я попал сюда. А-а-а! Не надо, не надо, не надо, мужики, он в заломе. Зачем вы бьете-то? Это вообще неправильно. Не надо. Правильно, я говорит. Попал сюда по ошибке. Да заходи, это ловушка. В этот карту я по ошибке здесь. Чарльз. Друг, у тебя есть шанс избежать моей... Блять, вы дудку выпустили! Дудка вышел! Да нахуй дудку! Сейчас тебя нахуй друг, посадят. Давай так, ты меня никуда не садишь, я тебя прощаю, все твои, так сказать, косяки. Слышишь? Заходи, заходи. Ты даже сейчас не представляешь, тебя... кто сюда приедет. Если ты сейчас не перестанешь орать, блядь, я тебе вот засуну в рот, я тебе вот эту вот опусу. Сюда приеду. И останешься сидеть. Заткни сюда приеду в федеральный марш. Давай, давай его макнем, давай его макнем лысой башкой в парашу. Давай, давай. Так, подтягивай. Взял гражданина за голову. Иди сюда, иди, 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 иди. Давай, давай. И макнул головой. Глубоко в унитаз. Давай, давай, давай. Смой, смой, Дональд, смой, пока я держу его. Смой. Все, все, все. Если ты сейчас, блядь, не продолжишь орать, если ты сейчас не заткнешься. Блять, она до этого смыта не была, кстати, ты обратил. Ты вообще заткни, рыжий, ты будешь первый, кого я уволю. Песочные часы. Вы ему укол сделали? Лысый, дед, я тебе последний раз даю шанс. Если ты сейчас меня не отпускаешь, всё. Ягода добей. У вас на ютюбе, случайно, не ник Алекс Тайм? На самом деле это вообще бесполезно. Добей, ягода. Никах. Подойди, пожалуйста, геомем, геомем. Писать, ну. Дональд, у тебя это уже ключи есть от складов всех? Вот хочешь посадить своего первого заключенного? Да нахуй мне нужен, блядь, этот заключенный в очко себе запихнуть. Я не могу тебя выпустить, зайди, пожалуйста, в камеру. Сладкий, подними меня, пожалуйста. Да он меня держит, я не могу зайти. Эммануэль, там ваш зайди кабинет. Вы как начальник, зайдите, пожалуйста, в кабинет. Наручники пусть снимет. Так, вот, кабинет прокурора, в него проходите. Какой наручники? Господин прокурор, наручники, я в наручниках стою. Вы умоляю, пройдете в свой кабинет? Я в наручниках. А вы пройдите в свой кабинет, господин? Так, это нападение! Что, блядь? Он же буйный, его нельзя будет пустить. Куда он выбежал? Как будто... Блядь, надо его поймать. Это он выбежал, этот самый... Мы сейчас только зайдем, если этот блок нас сразу... На, блядь! Попробуй еще раз, сука! Попробуй еще раз, сука! Я прокурор штата, блядь! Ай, отъебись нахуй! Ай, блядь! Я генпрокурор... Блядь, мы походу завалили генпрокурора, пацаны. Это можно сам генпрокурор. Можно его добить, он снова будет бегать. Не, пусть в таком виде. Оставьте генпрокурора, пускай он здесь... Пусть работает с бумагами, блядь. Черти, блядь! Наконец-то. Так, мы Зечку пришли вообще искать сюда, а в итоге... Так я там бабка на меня напала в самом начале, что ты с ней сделал? Ну я в карцер отвел. Гражданин, вы, блядь, кто? Почему вы здесь шароебитесь? Кто это, блядь? Это друг мой. Геомем, геомем, сладкий. Геомем.
А, он был в наручниках. Ёб твою мать. Я мем. Если ты не перестанешь меня, блядь, кличить. Да, блядь. Да, да, Вайс, чё? Чем заключённые решили побег устроить? Там побег, блядь! Код 0, нахуй, побег! Мне крыса донесла. Гоу, руки в гору. Блядь! Бля, сорян, миск... Руки в гору, руки в гору. Сейчас я не могу это сделать, я слишком боюсь. Руки в гору, блядь. Добей меня просто. Можешь меня добить? Не да, если да, ты сейчас. Как летишь, уебище. Блять, вы так лежите, неудобно, пиздец. Да похуй, убивай его тоже. Руки в гору. Да не могу я. Нельзя. Тогда сейчас. В стенки встали. Хорошо. Девушку выпустить хотели, чего вы сразу стреляете? С вами наручники. Так, бабуль, молча, блядь. Да ты задрал, блядь, тут дружить. Отойди! Иди нахуй. Козёл рыжий. Мэм, что с вами? Да. Какие что претензии? Не, я никаких, я просто работала наверху на швейке и. Ага. Вы хотите в камеру навернуться или что? Ну, да наверное. Заебал ты, Виктор. Выходите, не выходите во двор тогда. Виктор, пиздим ментов, пиздим. Я... Зачем ты да. снял с него? Снимите с него наручник, пожалуйста. Понимаю, через стенку надел наручники. Хорош, уебище. Нападение на сотрудника, он Сэндлера уронил. Пиздец, опять этот... Опять. Имя ты любимое... Продолжаешь быть мерзким, да? Не очень красиво вообще. Вот это я думаю, что крутой, на самом деле накинуть. Мест. Сэм, накинь ему срока. 4 вольта, срочно. Сэм, накинь. Пойду-ка я, блядь. В фойе. Карцер бы его отвел. Чел, я даже не знаю, как это делать. Я разбираться не хочу и... как бы... Мне похуй. Я рад, что выбрался живым. Я, блядь, туда не вернусь. Пизду. Это вообще ад какой-то на земле, блядь. Лиз, здравствуйте. Здравствуйте. Вы помните меня? Мы когда-то были знакомы. Можете мне помочь немного? У меня проблемы, у меня это... Боли. Жопу зашить вам. Да, залезть. Есть кто-то из старшего состава в коннектор, пожалуйста. Что, сейчас операцию будем проводить или потом? Да я думаю, сейчас. Да хотя, ладно. Ладно, я туда... Пошли по-быстрому, заштопаем. Хорошо. Я мем, бля, я туда не вернусь. Все, я, блядь, не могу больше. Это полный пиздец. Они просто от рук отбились. Я поэтому и ушел. Это просто ад какой-то. Ну, шеф, на самом деле, извиняюсь, кого если оскорбляю, но он бестолковый. Ему нужно построить всех сейчас. И вместе со всей аравой пойти закрыть всех просто в шестом. Господа, подойдет. Я согласен, я не понимаю, почему они, блядь, не закрывают их тупо. То есть, блядь, почему они разрешают им, блядь, без наручников просто ходить и пиздиться. Я бы перед каждым выходом поставил человека, который надевал наручники перед выходом, блядь. Когда был я закрывал всех через камеру в шестом блоке, они не могли ни богоюзом выйти, никак. Объясни это, объясни, найди его прям не по РП ему, объясни, короче, этот момент, блядь. Пусть посмотрит, как это делается, если хочет остаться шефом, блядь, иначе вообще пиздец. Скажи, что от меня. Что нужно делать, скажите? Ну, подхилить меня, подхилить, болит пальчик, Бобо. Что? КПЗ, куда мне пойти, не подскажете? Вы же врач. Помогите. КПЗ. Дали, дайте косяк. Ты должна вообще-то сейчас сказать, что делать. Так, ладно, все, похуй. Ребята, все, займитесь помощью шефу. Да нахуй. Короче, ничего не получится.
Я уже долбанул. Не можете зашить. Да я понял, я уже зашил ее с помощью косяка. Дональд. Я нашел, говорю. Человека в КПЗ надо провести. Кто проведет человека в КПЗ? Вот гражданин. Сотрудника у вас. Ну, он проведет кто-нибудь, не знаю. Вон. Иван может провести, Стив, вон стоят, ребята. Туда уже, наверное, Иван, не надо Иван. Реально возвращаться. Не, пиздец. Туда просто заходишь, тебя сразу пиздят, блять, в 20 рыл и все. Нужно. Полет летит. Не. Че он там стоит? Нет, он. Лопасти точит там забыл. Не, этого я вижу, это клоун, блять. Он с Чернобыльской АЭС прилетел, походу, блять, как в сериале нахуй. Чарльз, вот посмори, вот этот чел в красной хуйне, он типа дело говорит насчет шестого блока и закрытых заключенных. Вот пройди с ним посмотри, вот посмотри, как это делается, просто, чтобы такого больше не было. Мужик, послушай, нужно построить всех... Поддержка нужна в этом, на улице. Бля, у меня две дубинки, я как ведьмак уже, нахуй. Ну да. Связи нет. Что там вообще происходит? Я даже у меня спецсвязь есть, чтобы отписать. Сейчас. Кто это? Кого-то попрошу спецсвязь, чтобы я шумать не брать боба. Ну все, вы? О! Прием всем первым, вторым порядковым собраться около входа в корпус G2. Ну, я же законопослушный гражданин, хочу отдать... Если бы я еще знал. Пожилой долг страшишь. Как в фильме, вот знаете, законопослушный гражданин. Ларас, уже построение пошло. Блять, кто там строит хочет, кто там хочет построить? А где этот корпус G2 от вообще? Да он отошел, Мартин. G2 это там, вот где мы были, где тебе жопу хотели зашить. Это G3, хуй знает. Короче, G2 и G3 это вот тот вот корпус, где тебе жопу пошить хотели. А тот, где арестовывают, это, по-моему, G3. А в G2 как попасть вообще? Только тут. Ну, блять, да, наверное. Блять, мужики, попросите, вам должны сейчас в такой сложной ситуации дать всем по третьей рангу, чтобы у вас были наручники и ключи от дверей, и все. Все, что вам нужно. Да, тогда потому что половина и... людей, блять, отрезана постоянно. То есть, как бы нужна помощь, ну, а люди да, даже пройти. Например, первый ранг. Да тебе, блядь, и первый не надо был давать. Иди нахуй анекдоты про сталкера рассказывай, заебал, блядь, клоун. Чё, Стелл, тут нет никого. Донов, ну как, пиздец, да? Короче, тут вообще, кто-то хотел собрать, и в итоге никто ничего не стал собирать, блядь. Сейчас я... Я... давно не видел. Да я, блядь, расстроен, то что, блин, мне сегодня пятый ранг дали в ЛСПД, я, блядь, ушел сюда, я просто дурак, нахуй. Просто дурачок, блядь, повелся, что тут будет весело, блядь, и вкусно, и все, но да, в итоге... ошибка. Здесь столько мерзких вообще просто в желтом, в этих, в оранжевых, о, господи. Просто... У меня теперь шеф, блядь, ЛСПД назад, нахуй, открой не видел ворота. Никогда в жизни. Я думал, назад, типа, знаешь, там, типа, подняться по карьерной лестнице, может, до капитана дорасти, а теперь чё? Пиздец. Блядь, да надо было из ЛССД не вылетать, надо было, блядь, настоять на своем, надо было речей выкинуть, нахуй. Но, походу, и набрать своих людей. Хочу сходить. Тюрьма. Это не поможет. Да, это не поможет. Я правильно. Ну давай. Вау, какой пиджачок интересный. И очки тоже ничего. Вау. Ну это импостер, блять. Он изображает Рика Болсона, хотя на самом деле. Им не является. Это старая японская кукла из Якудзы, блять. Настоящий Рик Болсон сейчас занят чем-то другим. Да, я документы заполняю сейчас. Блять, что там за клоуны, блять. Ролдон, фрик. А где же ваши штаны, фрик? Штанишки-то. А, да, понял. Блин, может мне тоже винтовку взять? Мне кажется, так надежно. Да не поможет, там. Кто их пропустил? Кто это?
Вы кто, мы господа? Илья! Илья! Что? Что? Вы арестованы. На парашу. Илья, пощади! На парашу на год, а то и на 4. Так, господа, покиньте, блять, нахуй территорию в своей машине, господа. Куда вы? Блядь, сука. На гражданском автомобиле? Я не знаю, кто их пропустил. Что там за долбоёб сидит на кнопке, нахуй? Я просто бахую, блядь. Ну тут никакого вообще нет порядка. Это типа, пиздец. Я просто, пришёл? Я просто, блядь, офонарел сейчас. Я его сам попущу. Пошли сейчас. Его сейчас. А попусти. Где Кольт? Где Кольт? Откройте нам дверь, уважаемый. Кто там в будке? Блядь, ну долбоёб. Мэрия, блядь, аккуратно. Подожди, это по-моему служебная тачка. Не стреляй, Саня, блядь. Долбоёб плечо, свои, блядь, не стреляй, Саня. Это мэрия и работники. Мы спокойно что можем... Чё они давят, блядь, людей? Ты чё, прикалываешься? Стреляй, ничего. Вас не было здесь, когда мы ехали. Не но думаю, что она откроет. Везде откуда появились? Так, сейчас... Так, остановитесь, иначе мы откроем по вам. Да уже 10 раз. Не стреляйте, не стреляйте, это из мэрии. Подождите, они... Да кто тебе сказал, что это из мэрии, блядь? Голый дед какой-то, нахуй. Ты чё, блядь? Прикалываешься? Это кто такой вообще, нахуй, блядь, ходит? Происходит, Саня, не стреляй. Там зэки постоянно откуда-то плодятся под капканами. Черная бэха, точно не знаю, что это. Короче... Я, это самое, хотел в кадровый аудитор, писать, что... Да, сыспак, спасибо за 15 месяцев. Почему ты не в форме стоишь, Джонни Ред? Я в форме, сэр. Он в форме, да, это твоя форма. Я переоденусь сейчас, Мэтт, возьми на работу, блядь, я тебе такую организацию устрою, ты охуеешь. Это Блевантина, что ли? Охраняемую территорию. Это Блевантина, кто-то я согласен, я считаю, что вы должны быть вообще лидером. Я тебе контроль, блядь, я понимаю, да я считаю, что вы должны быть лидером. Так, дайте, подождите. Дверь. Тот, кто кричал, что... Заходите, заходите. Спецсвязь. Девятый или шестой? Я не знаю, я тебе так скажу, брат. Помолчать. Нужна помощь, я выехал. Я вам, блядь, сейчас устрою, нахуй. Чё тут, охуели совсем, блядь? Всё в форме, сэр. Спецсвязь. Эмилиэль Блевантино, вы повышены с должности прокурора на должность инспектора, 11-й ранг. Приступать к работе. Надевайте форму и постройте здесь всех. Значит так, мне нужно... В раздевалку и... Где тут раздевалка? Где раздеться можно? Не, вот за мной. Где? Куда? Вот сюда, проходите скорее. Я, блядь, вам... Устрою, нахуй. Вы да, это правильно, устройте нам нахуй, давно пора, вот сюда вот, переодевайтесь, берите дубинки, блять, и устройте уже нахуй. Здравствуйте, Дональд, я извиняюсь. До свидания, до свидания, блять. Я ебал, я хуй ебал, блять, жопой, блять, тут работать. Как ваш рабочий день, Дональд? Закончен. А как же концерт Хованецкого? Отменен. Ясно.
Блин. Хотя не знаю, я пока не буду. Я думал назад в ЛСПД поехать устроиться прямо сейчас. Ну а смысл какой, если я все равно все. Поеду домой. Поеду домой. Сложу все в ящик. Надо, кстати, потом будет дом съездить оплатить. Чтобы он у меня не пропал. Периодически заходить, оплачивать его. Блин, так и не попробовал одну фишку все-таки с рыбалкой. Все, хотел к рыбакам подъехать, сказать, что надо на пробел ловить, так быстрее будет, но как-то все не доходили руки. Так. Так, вроде все правильно. Прекрасный Лос-Сантос. Такой красивый. Поеду, знаете, чё? Поднакопил за время жизни тут. Пойду сделаю персонажа. Напоследок не таким стрёмным. Хотя... Не, знаете, он вид имеет, я считаю. Поехали просто куда-нибудь. Куда-нибудь на... Да просто сюда куда-нибудь. Посмотрим на океан. Последующий. Все равно вряд ли когда-то вернусь, я думаю, еще раз. Тяжело будет пережить все это. Все же, положа руку на сердце, так как старые вот эти все 5M-овские серваки уже давно умерли. Ну, они, конечно, есть, на них играют энтузиасты какие-то, но большинство РПшеров все равно сидят на зарплатках, на подобных проектах. Я могу сказать, что даже своя прелесть во всем этом есть. Я ее почувствовал буквально в самом конце. Раньше я приходил, и мне казалось, что, ну, блин, вот будет тянуться все это время на сервере и так далее, но вот на этой неделе 5 дней просто пролетели как одно мгновение. Все время какое-то тулево, что-то происходит. Кто-нибудь тебя нахуй пошлет, ты кого-нибудь нахуй пошлешь, дубинкой ударишь. Опять-таки с молодежью удалось пообщаться, школьники вот эти вот все. Блин, как же повреждения реалистично выглядят на самом деле, если вдуматься. Вот я выбираю машины, там куча битых мустангов.
конечно, они все примерно в таком стиле разложены. Скорее бы уже весна. Был денек тут такой прикольный. И ночью было плюс, и днем. Такая, знаете, домоверсия. И опять вот эта ебаная говняная погода начинается. На следующей неделе опять минус. Ночью там до минус 12, днем минус 6. Так заебало уже. Наверное, поеду куда-нибудь отдохну. Все же. Ни разу в жизни нигде не был. Не отдыхал. Посмотрим, короче, блин. Чё, как? Спасибо всем, хочу сказать, чувакам с GTA 5 RP сервер. Кто играл, кто зашел, кто использовал мой промокод, кто просто, ну, что-то делал. Деду был, дежу за последние дни. Да даже чуваку, который сегодня ворвался этому геомему. Вот, и вам, конечно, дорогим зрителям, то, что понятно, что, ну, стримы по GTRP, это обычно количество зрителей разделить на два, то же самое с этими самыми, с хайлайтами, но, тем не менее, народ все-таки приходил, и там, ну, какая-то даже средняя цифра была, там, типа, 1005 зрителей, 6, что не, ну, неплохо для такого контента, который много хейтит. Артур Морган, 3000 рублей. Илья, немного рано, но учитывая, что стримить определенное время прекращаешься, с наступающим днем рождения, желаю здоровья, всего, что сам желаешь. Да, спасибо, но я думаю, что это действительно как-то рановато. Вот, тем более я особо дни рождения не отмечаю. Все, ребят, всем желаю не болеть, вашим родственникам тоже здоровья, всего самого хорошего. И, ну, типа... Сейчас у нас что там? Суббота. Хотя бы этих выходных веселых тоже. И скорейшего наступления зимы. Ой, тьфу, зимы, блядь. Нахуй эту зиму, бля, она уже снова начнется всего через 6 месяцев. Сука, как она заебала. Скорейшего наступления лета, тепла. И, ну, короче, обнимаю, целую. Все, всем пока, парни.